Привет, друзья! Сегодня у нас четверг и уже пятая лекция невредных советов «Практикум», четвертый сезон, и мы разбираем людей, форму, рисование людей в пейзажах. Итак, жду всех, чтобы все потихонечку присоединились. Так, друзья. Да, сегодня мы рисуем людей, а потом у нас будет две недели каникулы. Между, получается, первой четвертью, в которой у нас было 5 заданий, да, и уже следующий. Александра, hello, nice to see you. Добрый день. Ну, по традиции, да, напишите, как со звуком, как с видео, все ли хорошо. Рисуете ли вы? Я вижу и я предполагала, что то количество людей, которые рисовала по первому уроку, уменьшится к четвертому. В принципе, так и случилось. Но те, кто для себя решил, что будет рисовать и что это для него важно, тут продолжает свой путь. А кто-то есть, кто новенький, присоединяется только на яхты присоединился и будет проходить предыдущие уроки. Так тоже можно, да, то есть можно немного... как это, обойти, да, но в любом случае порядок, он не просто так, отлично, отлично звук и видео, вот, порядок все равно имеет и носит логику, то есть я редко делаю что-то просто так, то есть есть определенная взаимосвязь, почему я дала сначала архитектурные формы, потом лодку, сейчас у нас такой передых на люди, да, конечно, вы можете проходить в каком угодно порядке, но это как сериал смотреть в каком угодно порядке. В принципе, как бы суть вы поймете, но... Так, всем привет. Вот, но будет что-то не совсем точно. Рисуем параллельно капли и горы. За каникулы наверстаем. Отлично. Рисую, но пока не все успеваю. Конечно, я понимаю, что, да, легко сказать, давайте рисуйте, а у всех работа, да, то есть как бы работа, дом, дети, там, дела и вообще много всего важного. Поэтому на самом деле, как бы, здесь два таких момента, да, наш вот этот курс бесплатный, он подразумевает только карандаш и блокнот, поэтому здесь и хотя бы 10-15 минут в день, это вот как с изучением иностранного языка. Лучше по чуть-чуть на каждый день, чем по многу, но раз там в какое-то время. Потому что усваиваться будет не очень хорошо. Это как с едой, да? Лучше регулярно, но немного, чем наелись и тяжело. Вот. Так и с вот этим вот рисованием. Понятно, что кто рисует уже капельки со мной, там у нас много участников, уже первые работы появились на курсе, и я очень довольна. Классные вообще такие работы. Вот, вообще все, кто-то в моей цветовой гамме, кто-то уже модифицировал, кто-то вообще в своей, да, и это важно, потому что мне не хочется, чтобы вы копировали меня, да, а хочется, чтобы вы понимали принцип, как строятся, рисуются капли, и уже использовали этот принцип, то есть я как бы все структурировала, минимизировала, и вот в самой простой форме уже это смогла передать. И я понимаю, что, конечно, те, кто рисует и там, и это сложно, да, вместить. Поэтому, ну, я уезжаю, и так сложилось удачно, что как раз у нас получается 5 занятий невредных советов, сейчас 2 недели перерыв, и как бы еще будет 5 занятий невредных советов. Так что, получается, у нас такие каникулы промежуточные между четвертями с вами, да. И как раз будет возможность кому-то отдохнуть, кто уже все сделал, кому-то наверстать какие-то моменты, пересмотреть что-то вообще. Я рекомендую, для чего онлайн-видео, для чего я их сохраняю, да? Для того, чтобы, если какой-то момент непонятен, вы могли бы просто перемотать меня, да? Перемотать вот это бла-бла-бла и перейти уже на какой-то вот именно... Вот вам непонятно, когда я строю лодки, какая там 1, 2, 3, 4 точки, да? Вы можете туда перемотать и посмотреть, пересмотреть этот фрагмент, ускорить видео на x2 или там наоборот замедлить, как вам удобнее, да, и пересмотреть, как я измеряю, где я нахожу эти 1, 2, 3, 4, еще раз посмотреть, то есть я же повторяю по много раз, но естественно, это нормально, что в тот момент вы не услышали, когда начали сами строить, такие опа, не понял, да, открыли снова, открыли, посмотрели, а там как бы еще раз пересмотрели этот фрагмент. Поэтому это удобно, да, видео действительно имеет плюс в этом смысле.
можно перемотать и пересмотреть. Поэтому сейчас будет большое время на посмотреть. Вот, и, конечно же, присоединяйтесь в ВК, там у нас в сообществе классные работы, все рисуют по невредным советам. Я прям в восторге от яхточек, которые и лодочек. Естественно, у всех получается по-разному. У кого-то большой бэкграунд, у кого-то, ну, только вот он начинает. Но вы сравниваете себя с самим собой. И там, кстати, очень дружественная атмосфера, когда... Я когда сделала, тут поругалась на то, чтобы писали здравую самооценку, и все очень действительно услышали меня, спасибо вам за это, и стало больше поддержки, то есть, когда даже человек, он что-то сделал, он говорит, да, у меня там не все получилось, но вот я сделал, и все ему говорят, классно, ты молодец, ты сделал лучше, ты стал лучше, чем вчера там, да, и видят прогресс и так далее. То есть понятно, что у всех разный опыт, но я хочу, чтобы те, кто совсем новички, тоже не боялись, потому что так же, как на курсе с каплями, у меня потом много вопросов, ну, понятно, вроде тема такая непростая, да, и все спрашивают, пишут, ну, это, наверное, опытные, это, наверное, те, кто уже там, я не знаю, все. Да, конечно, в курсе есть те, кто уже сами художники профессиональные, и те, кто уже там сам выставляется. Есть те, кто только начинает, есть те, кто, ну, и неважно, вы берете какой-то навык, насаживаете на свой опыт. Это не значит, что результат получится 100% одинаковый. Но для несведущего зрителя со стороны может иногда казаться, что, да, в принципе, очень похоже, да. Но понятно, что профессиональный взгляд увидит разницу, да. Но самое главное, чтобы вы этот навык взяли, да, научились. Мы даже если учимся кататься на велосипеде, каждый учится по-разному. У кого-то есть опыт. Вот даже пример... В горах, там, не знаю, у меня вот друзья, кто катался на сноуборде, они потом на какой-нибудь вейк, там, на доску встали легче. Ну, то есть какие-то навыки, которые вам помогают что-то, да, присобирать, но это совсем не значит, что если человек первый раз такой, у него нету этого навыка, а может быть у него, ну, вот, строение тела, физика какая-то, то есть он легче что-то запоминает. И он, оп, и берет этот навык. Поэтому не надо сомневаться в себе, что вы вот это, нет, ну это когда-нибудь. Это когда-нибудь никогда не наступит. То есть не в том плане, что, конечно, вы решаете за себя, но, типа, говорить, что будет какой-то уровень, и вот тогда, на самом деле, рисование – это постоянное повышение уровня. Нельзя чему-то научиться, да, до конца. Я также занимаюсь. И еще, если интересно, всегда... Есть какие-то витки, мы сегодня об этом поговорим, то есть в какой-то момент развития снова, вот сейчас у меня знакомые мои друзья, художники пошли тоже на академический рисунок, хотя сами уже давно преподают, потому что у меня тоже бывают вот эти периоды академического рисунка, когда я такая, так, у меня вот здесь не хватает знаний, опа, и в это погружаюсь, потом там, допустим, еще, ну, то есть... И он всегда будет происходить, то есть это постоянный процесс обучения. Просто сначала обучение на каком-то одном уровне, потом понятно, что не уловили, не все, потому что нельзя запомнить все. Иначе, если бы можно было запомнить все, то мы бы помнили все, что нам рассказывали в университете, и мы как бы были вот такой вот энциклопедией. А на самом деле запоминается только то, что вы... применяете на практике, то есть вот это закрепление теории и практики работает, а прослушав миллион раз мои курсы, даже если я там умные вещи какие-то говорю, они просто сотрутся и улетучатся, как куча всего остального ненужного, потому что это не закрепленная информация, она жива только какой-то короткий момент времени, потому что, ну, так работает наш мозг. Как только мы ее закрепляем на практике, сразу уже все у нас сохраняется. Ну что ж, так, если у вас ко мне вопросы есть какие-то по текущему, задавайте. И сейчас потихонечку перейдем к людям. Вот. У нас просто такое ощущение, что люди при... вот так вот заходят в эфир, заходят и выходят. Я что-то это не по-английски разговариваю, ничего не понятно. Ничего не понятно, но очень интересно. Есть те, кто смотрит... даже вне зависимости, а есть те, кто, конечно, уходит. Вот.
Так что, да, давайте потихонечку переходить к людям. У нас сегодня, может быть, даже покороче тогда он будет. Но сейчас мы с вами посмеемся. Ух, значит, кто найдет себя, называется, будет... Будем искать себя. Опять же говорю, тема людей, она огромная. Мы сегодня коснемся только лишь скидывает инста. Странно, да. Пробуйте разные VPN, честно, вот я пробую очень разные VPN, и так вот стабильно даже эфирчик работает. А, все в ожидании новых знаний, отлично, да. Ну, я задержкой читаю комментарии всегда, потому что они мне приходят. Вы написали, а у меня только вот. Так. Да, про людей. Тема, она действительно обширная, и в ней можно очень много, да, очень много заниматься. Мы, как во всем этом курсе, да, касаемся формы, основной формы, да, основной формы объекта, чтобы, вписывая его в сюжет, человеку было понятно, что это человек, а не столб, что это машина, а не там дерево, да, и у нас еще будут машины и деревья в следующих сериях. Вот, но обязательно, да, как раз прорабатывайте, пожалуйста, и работайте над формой. В любом случае, очень интересно, спасибо. Готова смеяться над собой. Ой, это вообще с людьми очень прикольно, потому что мы все там косячим. Вот, и сейчас вы увидите, почему люди идут вот сейчас, потому что на самом деле... Кто работал первые серии, поймет, что люди вообще не так страшно. То есть мы на этой серии, можно сказать, отдохнем. По сравнению с четырьмя предыдущими, окажется, что, ну, как бы, оказалось-то все так страшно. Наш мозг нас обманывает. Он говорит, люди страшно, архитектура там, ну, тяжело, но не так, а люди вообще страшно. Оказывается, все вообще не в таком порядке. Да, вот у меня люди, это ужас, то есть, хотя на самом деле это кто-то придумал, кому-то сказал, и все начинают бояться. Безусловно, когда вы строите лицо в три четверти с определенными объемами, это сложно, но форма человека, когда он идет, мы сейчас будем это разбирать, это то, что вы видите каждый день, это настолько насмотренный объект, настолько у вас такой огромнейший опыт насмотренности, что необходимо его просто... Вам нужно вспомнить, вам надо проснуться, то есть вспомнить, что вы уже тысячи, миллионы тысяч, там, не знаю, раз видели каждый день человека. Не рисовать что-то придуманное вами сейчас, а просто вспомнить, как выглядит человек. Этим будем заниматься. Кто смотрел подобный урок на тему людей по акварели, есть в первом сезоне, но это уже было там 4-5 лет назад, вот, поэтому, 4, да, 4 года назад, поэтому, конечно, я обновлю, но часть информации будет пересекаться, но, как говорится, повторение мать учения, я вообще считаю, что здесь нету ненужной информации, которую повторить, а кто-то меня вообще смотрит как сериал, так что привет всем, кому просто хорошее настроение и сериальную, да, кто-то рисует свое, а меня смотрит в тему и слушает полезности. Итак, переключаюсь, сейчас немножко настроюсь, вас покачает, но потом все стабилизируется. Так-с. Сейчас у меня тут лаки кисти называется. Так, чуть-чуть мы снизим градус. Чтобы было все удобно вам, все было видно. Так, возможно, я протру камеру. Одну секунду. Потому что я не уверена насчет чистоты камеры. И лучше ее протереть всегда. У нас максимально с вами такой живой стрим. Я раньше очень переживала по этому поводу, что ну как же там, все будет видно. А с опытом, с практикой. Такая, я понимаю, что, ну, все мы люди, все мы забываем протереть камеру, например, да? Так, я думаю, что видно. Вот, хотела показать, смотрите, сколько мы с вами в блокноте списали за эти темы, да? И вот как раз у меня, наверное, на людей сегодня осталось, а дальше придется новый блокнот на следующий завести.
Так, главное, чтобы мы влезали целиком. Так. Все, камера чистая, все чистое, все прекрасно. Начинаем нашу работу. Итак, люди. У меня тут небольшая обновка, кто заметил, потому что я очень-очень-очень устала от предыдущего планшета. Так, люди. Давайте начнем сначала просто с рисования человека, потом перейдем уже к его определению где-то в пространстве и посмотрим, какие ошибки мы делаем основные. Даже, наверное, давайте прям в блокнотике буду рисовать. Значит, человек, да, у нас, начнем, наверное, с простой какой-то пропорции. Где у него голова, есть шея, плечи. Ну, я сейчас так схематично, и вам необходимо будет это тоже нарисовать. Пока за мной повторите, потом мы будем уже там все разбирать. Грудная клетка мужчины, как правило. Давайте его таких нарисуем. Так. Я сейчас рисую, как говорится, на свой взгляд, да, как-то от балды. И мы сейчас будем меня проверять немножко. Нам вот это все не понадобится, но нам, как с яхтой, надо сначала разобрать человека. Так, вот такой у нас простой человек. Тут какие-то у нас кисти. Значит, важный момент, да? У нас голова, ну вот она, кстати, в этом формате у меня будет чуть-чуть крупнее. Я чуть-чуть ее так. Значит, что следует запомнить? Что у нас голова — это 1/8 от тела. Иногда 1/9, если это девушки, да? Голова. 1/8. То есть раньше была вообще 1/6, но люди вытягиваются со временем эволюции. Вот, 1/8, если там на каблуках, 1/9 от тела. То есть мы будем говорить с вами про взрослого человека. Взрослого. У ребенка, то есть вот здесь, если я так вот сделаю, смотрите, разделим его пополам и каждую из частей на 4 части. Вот, ну, где-то вот у меня так, да, раз. Вот, получается, полчеловека. Полчеловека обычно проходит, ну, вот как бы через низ тазовой кости. Я тут даже, видите, чуть-чуть задрала наверх. Безусловно, эта пропорция, она такая очень относительная, да? Сделаем ему чуть-чуть по закрытию. У нас получается, ну, тут с прической, да? То есть у нас вот здесь вот, и вот это первая четверть, да, вторая четверть, третья четверть, четвертая четверть, пятая четверть, шестая. Ну, у нас здесь, да, ну, 1/8, простите. Вот здесь вот это четверти, да, ну, так вот 1/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 и 8/8 целиковый человек.
Так, чуть-чуть я еще пониже, пониже сделаю, чтобы мне было легче читать вас. Так, значит, у нас получается, что... Так, вы там пишите, если что, если какие-то вопросы. Значит, голова – это 1/8 от тела. У ребенка это 1/5 от тела. Ну, то есть мы, конечно, можем взять и, ну, приблизительно вот 5 частей взять. И вот 1/5 – это будет голова. Просто нам это с вами понадобится, поэтому... Ну, ребенок, он более такой, как бы, коренастенький, я сейчас... Образно его в штанишках там каких-то нарисую. То есть это у нас ребенок. Стоит рядом со взрослым человеком. Да, я его сейчас не буду анатомически рисовать. Просто вам прикину, чтобы было понимание. То есть у ребенка голова 1/5 где-то, 1/5, 1/6 от тела. Это важно, потому что мы с вами говорим про форму, да? И если начинать, то мы начинаем с формы, то человек, вот я не рисую ему лицо, я не рисую его одежду, я не рисую никакой цвет, в который он одет, да? Но благодаря форме мы понимаем, что даже вот это вот, я не знаю, пятно, идущее куда-то, это человек, да, может, он пакетик несет. То есть нам нужно это с вами научиться передавать. Мы к этому сейчас как раз и идем. Потому что основные ошибки начинаются с головы. Давайте пройдемся по ошибкам. То есть ошибки. Я вообще рекомендую их не на отдельном листе рисовать, а прямо вот тут вот, да. Ошибки, значит, начинаются с головы. Смотрите, голова – это нечто овальное. Вот такое, да. То есть это у нас правильная голова. Голова вот такая – это неправильная голова. У нас у человека такой головы нету. И голова вот такая вот – это тоже неправильная. То есть это и это неверная голова, потому что голова будет… Ну, мы посмотрим, да, все-таки пропорция ее головы гораздо выше по вертикали, чем по горизонтали. Но почему-то, хотя мы видим людей каждый день, мы начинаем рисовать вот такие головы, да, вот такие головы. И сразу еще, знаете, вот этих худых людей, мы сейчас с вами там посмотрим, и вот эти вот свечечки, то есть вот такие, это не похоже на человека. Значит, что происходит с головой? Тоже вот такая классика. Давайте вот здесь я прям нарисую. То есть вот наша голова, мы ее приблизительно по пропорциям определили. Значит, какие могут быть моменты неправильные? То есть у нас вообще голова каким образом строится? То есть вот мы сначала голова, у нас шея, шея. Ну, то есть я сейчас лысого человека рисую, грубо говоря, да? Шея почти по ширине головы. А у нас получается, что часто голову определили, и зачем-то мы рисуем вот такую шею, да, какую-то. Хотя шеи вживую не будет видно практически, потому что помимо шеи, что происходит? Модификация человека. Вы сейчас посмотрите, как, что я имею в виду. То есть вот его голова, шея. А у него не просто шея, а здесь еще и трапециевидная мышца. И вам ее следует запомнить. Трапеция, да, так называемая. Ее раскачивают часто. Тем самым вот этот момент шеи, он практически, да, убирается. То есть как это происходит в реальности? Далее у человека, как правило, приобретается, ну, какая-то прическа. Даже если это девушка, например, давайте вот это парень, вот эта девушка будет. У нее просто поуже шея относительно, да, ширины головы. Вот смотрите, сразу будет понятно, это у нас парень, это девушка. Хотя я абсолютно не рисую и не подписываю девушка или парень благодаря форме, да, только благодаря форме. Так, сейчас я... Буду пролистывать. Куча народу присоединяется, но вот не найти никаких комментариев, называется. Так. Значит,
девушка, у нее тоже будет присутствовать трапеция, просто помягче, да, вот-вот, смягченная, смотрите, аккуратненькая и чуть-чуть уже плечи. То есть я только благодаря форме понимаю, что это М, а это G, да, хотя я ничего не прописывала. Значит, что еще здесь происходит? Помимо, да, то есть плечи, посмотрите внимательно, то есть вот ширина головы и ширина плеч. То есть у нас еще как бы с каждой стороны от головы ширина еще одной головы происходит, да. Если голова уже, но все равно то же самое. Плечи не заканчиваются вот здесь, да. Это уже нереалистичный человек. То есть у нас часто происходит, когда мы в пейзажах видим вот таких вот людей. Это, знаете... Смерть пришла какая-то такая с косой, вытянутые кверху, все, и вот такие почему-то люди, они не такие худые, это просто привидение, понимаете, это не люди, так неправильно будет, хотя может быть такая стилизация, она имеет место быть, но опять же... С ней надо быть очень аккуратным. Если вы все стилизуете на работе, всегда помните, что стилизация уместна только когда все вокруг. А если у вас реалистичный пейзаж и стилизованные люди, то получается очень странно, да, у нас вклеено, совсем как нам не нужно. Значит, здесь. Далее, что происходит? Я просто веду вас к очень важному моменту. Значит, у мужчины... проявляется прическа. Но часто мы же, когда в городе, мы там, не знаю, одеты, у нас воротники какие-то стойки, водолазки, там, не знаю, шарф. Там еще что-то там, не знаю, накинуто, может быть, как бы сверху тут какая-то водолазка черная. И к чему это приводит? К тому, что если мы заштрихуем этот контур, то контур головы до плеч, у него может быть худи, понимаете, там варианты, в капюшоне мы ходим, да, в капюшоне, тогда человек вообще, вот у него это все капюшончиком соединено. И у нас получается, что вот у нас и вот тут плечи. Я просто к чему? К тому, как у нас начинает выглядеть человек, и его форма сверху, да, она выглядит вот так, плавно, там нету шеи, не надо рисовать раздетых людей, по улице мы вот так не ходим, да, то есть вот давайте так, голые люди без одежды, да, я на всякий случай, в... Так, в обычном пейзаже, городском пейзаже, не ходят. Не надо рисовать голых. И их одевать. Я думаю, что понятно, да, что я здесь имею в виду. Когда у нас начинаются... В этом есть проблема некая. Человек начинающий выучил анатомию. И вот так вот может прям вообще, знаете, без ошибки нарисовать. И тут он начинает рисовать человека в городском пейзаже. И у него сразу происходит вот такая вот у нас голова. И вот у нас еще шея тут. И вот тут вот плечи. Ну, это, простите, у него что, шея как у жирафа? Человек так не ходит. У него нету голой шеи и плеч. Никогда практически. У нас воротники там. А у девушек что там? У 90% волосы. Смотрите, происходит то же самое. У нас здесь, я не знаю, ну, давайте челочку ей сделаем, и длинные волосы. То есть наша эта шея, ее не видно вообще. И если мы там нарисуем, даже если у нее здесь вот так, и мы возьмем, как мы видим этот образ, да, абсолютно так же.
Все понятно, спасибо, Настя, отлично. Я рада, что пишите, да, какие-нибудь мне, мне будет приятно какой-то пинг информационный. То есть получается, что когда мы думаем немножко, то есть мы не рисуем человека в вакууме, да, мы рисуем человека вживую, одетого, который ходит по улице, у нас есть шарфы, капюшоны, волосы, не знаю, все что угодно, и тем самым мы эту шею не видим. Сейчас покажу вам это на примере. Вот здесь вот хорошо видно, мы сейчас еще по людям в пейзаже поговорим. Как правило, мы еще видим вот этот светлый контур, и он распространяется на голову и плечи. И мы практически с вами, вот, посмотрите, девушка. Так, что это такое? Вот, с волосами, смотрите, вот такая форма, вот здесь, смотрите, вот такая форма, вот молодой человек. То есть, да, бывает она какая-то коротенькая, небольшая, но в общем и целом мы с вами стараемся смотреть не на исключение, а на некие правила. Видим ли мы шею? Вот, не ходим голыми, ходим в худи. Не надо ходить голыми в общественных местах. На пляже, ок, мы сейчас не про пляж, мы про городской пейзаж, да. Вот, там отдельные люди, но по сути вот этой шеи, то есть практически шеи, практически не видно, не надо ее рисовать. То есть одно дело, вы знаете, что одна есть, другое дело, вы ее рисуете. Посмотрите здесь внимательно волосы. Волосы, волосы. У мужчины тоже, смотрите, более мягкий, да, может быть, не так выступающий, вот так. Но шея прикрыта воротником. То есть здесь нету никакой вот этой узенькой шейки, вот такой вот, которая у нас видна. Мы с вами сейчас прямо от головы, то есть вот у нас голова. И внимательно смотрим, как выглядит голова. По сути, мы с вами рисуем голову вместе с шеей, плавно втекающую. То есть это какой-то некий вот такой вот образ, голова втекающая в трапецию, да, то есть если мы прорисуем этот образ, ну, как бы будем уже разделять на детали, то здесь может быть человек в худи или человек с прической, здесь может быть у него уже там, не знаю, что-то, вот как раз волосы, здесь плечи, то есть смотрите, и бац, я прорисовала уже какую-то девушку, да, но изначально мы видим некий контур. Контур формы мы с вами как раз работаем сейчас с тоном. То есть как бы я взяла и нарисовала вот этих людей. То есть я взяла бы и как раз их в толпе нарисовала. Да, вот как раз вот мы учимся с вами работать с тоном. То есть вот у меня здесь мужчина, например, да, находится. Причем у него вот здесь тень, вот здесь ухо. Там за ним какой-то тон. Уже следующая голова, да, идет. Ну, я, допустим, вот на нем сейчас сфокусируюсь. Потом у него есть здесь светлый контур свет, там следующая голова. То есть мы с вами сейчас будем работать с толпой. Для того, чтобы просто понять общую форму, да, вот у него уши. И благодаря этому я вижу чуть-чуть более светлый тон. Здесь вот и лицо, кусочек лица у нас. И уже сразу ворот рубашки. И плечи, да. Тут у нас с вами, если где-то светлый край, мы его оставляем, да, и прорисовываем. То есть там у нас женщина с каким-то шарфиком на шее. У нее тут. И за ней еще там что-то темное. И так далее, да? То есть у нас вот с вами опять из каких-то темных фрагментов. Мы с вами здесь запоминаем первое, что у нас люди, это не вот не расчлененка, не голые люди, да, люди вживую ходят совсем по-другому одетые. Поэтому, изучив всю анатомию,
как бы она очень полезна, ее нужно учить. Но нужно урисовать и людей с натуры, и рисовать людей в одежде, потому что люди в одежде будут несколько отличаться от классической анатомии по пропорциям, потому что это большое нагромождение всего. Если здесь мы видим эту талию, там, простите, да, там какой-то торс, то вживую мы этого видеть не будем. Мы сейчас с вами вот плавно к этому и переходим. То есть здесь понятно по голове. Далее. Когда у человека появляется одежда, да, и он начинает вот здесь, в средней части туловища. Я давайте вот повыше положу. То есть очень важный еще момент, да, то есть это первый голова, давайте так, второй шея, третий у нас, давайте, это тело, да. Четвертый будет руки, ну и ноги, да? Я сейчас просто сразу выпишу, потом буду. Значит, что касательно тела. Талию мы не видим. Прям запомнить жирно себе. Значит, объясню сразу. Давайте математически это объясню, если вы мне не верите. Значит, представим женщину, вот прям 90-60-90, которых, простите, очень мало. Вот у меня даже с 44-м размером, у меня, грубо говоря, что-то 95-67-95, там, ну, где-то 100. То есть вот это вот, чтобы разница в талии была 30, да, это прям, ну, редкость, да, такого, ну, в нормальном, ну, как бы много, но давайте будем честными, нормальные люди имеют другие пропорции, да. И вот тут вот важно понимать, что вот эти, смотрите, мы как бы рисуем, то есть вот грудь, да, здесь 90, вот, грубо говоря, талия 60, вы сейчас поймете, о чем я, и бедра 90. Разница вот здесь 30. Но 30 – это по кругу, то есть если мы сверху посмотрим, то есть вот у нас диаметр 90, ну, к примеру, да, и диаметр 60, получается, что здесь по 15 сантиметров, да, разница. Уже от пропорции мы понимаем, что здесь с каждой стороны всего лишь 15, а не 30. Так намного ли вот этот вот момент… Это причем вживую, а в одежде. А в одежде этого момента его, он нивелируется, его практически не видно. То есть он на самом деле маленький. А нормальные люди не имеют, еще раз обращаю ваше внимание, то есть среднестатистический человек такой разницы не имеет. Сейчас покажу, что я имею в виду. Я специально накачала девушек, идущих. Причем, вот смотрите, девушка в облегающем платье, с там формами, я уверена, красивая. Сильно ли выделяется талия относительно бедер на длине? Да, как бы плечи хорошо, но плечи, мы про плечи говорили, но вот здесь это более-менее спокойный силуэт. Его можно нарисовать скорее, ну, заузив совсем чуть-чуть, да, и уже уйдя к бедрам. Давайте рисовать реальных людей, а не вымышленных. Это не кукла Барби. Вот так это выглядит, смотрите, вживую, а не вот так. Таких людей не ходит по улицам нашего города. Это все стилизация, и это не относится. Это уже как бы какие-то нереальные формы. Да? При этом мы понимаем, я показываю вам реальность, то есть это, ну, причем с хорошей фигурой девушка. Далее, ну, например, вот бежит, да, женщина. Видна талия? Это мы знаем, что она здесь есть. А теперь просто проведем линию. Значит, это иначе можно сказать, ну, нет, ну, она же тогда как бы, ну, как она, вот красивая, конечно же, талия нужна. Далее. Вы можете нагуглить кучу таких. Я причем вот подобрала девушек, ну, красивых, с фигурами, то есть, да. Смотрите, одежда.
А сейчас это я еще таких, знаете, без худи, без толстовок, без... А сейчас оверсайз, там вообще нет талии. То есть мы что делаем? Мы вот таких людей, как только появляется желание, ну, типа, в юбочке, да, это вообще, типа, у нас прям, смотрите, неправильный человек. Да, я надеюсь, что узнаете себя в рисовании людей. Значит, давайте посмотрим. Вот люди идут. Мальчики и девочки. Что у мальчиков, что у девочек. Вот она, даже если у нее видна талия здесь, мы не рисуем отдельно одежду одну и другую. Мы рисуем с вами. Что мы сейчас делаем? Мы просто берем и вот этот вот контур, да, контур весь, контур массы. То есть как будто бы мы ее заштриховываем. Таким образом у нас получается человек. Здесь не видно талии. Мы знаем, что она есть у мужчины, но это у нас целиковая масса, да, которая вне зависимости от того, мускулинный мужчина или нет. То есть здесь еще присутствуют руки. Как только у нас появляется талия, почему-то все думают, что сразу здесь у нас, ну, как будто бы нет рук. Но когда, смотрите, появляются руки, да, вот давайте вот так вот. То есть вот у нас, а то я сейчас исправлю неправильный вариант. То есть вот у нас с вами волосы, голова, да. Нам нужно, чтобы понимать, как рисовать, смотреть на предмет. Изучать его, да? Далее, даже если у нее тут есть талия, но она причем, вот смотрите, просто чуть-чуть уже, чем бедра, но никак не разнится с грудью, да? С грудью почти не разнится. Вот здесь может быть. Значит, появляются бедра, но у нее появляются здесь руки и одежда. Тем самым... Вот этот вот весь общий кусок, он соединяется. То есть у нас вот идет, ну, до тазовой кости, да? То есть у нас тело, мы не видим талию, и тело, как правило, выглядит, да? Когда мы рисуем в пейзаже человека как отдельный целиковый объем, но желательно с тазовой костью. То есть вот здесь вот у нас как будто бы один, второй момент, да? То есть здесь тело общее, в одежде это будет... Нечто такое. Если это девушка, ну окей, хотите там, может быть, похудее чуть-чуть, но все равно есть здесь масса, есть тазовая кость шире. Из-за этого общий объем тоже получается вот такой, да? Мужчина, женщина, вы видите, да, относительно объемов? Понятен этот момент. То есть я при этом рисую только форму, я не подписываю МЖ, но вы подсознательно, улавливая форму, понимаете, что когда таз чуть меньше, здесь у нас грудь больше, здесь меньше, а таз больше, что это к женщине относится, а это к... Почему звездочка? К мужчине. Настя, как вы все хорошо объясняете, все раскладываете по полочкам. Благодарю. Спасибо. Спасибо, Оксана, за поддержку. А то тяжело разговаривать с самой собой иногда. Поэтому мне вопросы помогают, знаете. Я-то сама-то все это знаю. То есть, а когда, знаете, разговариваешь в тишину, это тяжеловато. Значит, это к телу относится. Значит, что это у нас всегда некий, да, такой... Ну, помним, что у нас голова 1/8. То есть где-то у нас здесь вот посередине получается четверочка. И мы всегда расцениваем. Сейчас я буду рассказывать вам потом, что значит вытягивание человека, что значит его соединение. Сейчас я настрою планшет, чтобы он не выключался. Это какой-то ужас. Чтобы он постоянно горел. Угу. Так, экран и яркость, наверное, здесь. Вот, автоблокировка никогда. Так, вот, супер, супер, супер. Вот, далее, смотрите, худенькая девушка, вот, смотрите, опа, видно ли ее талию? Это мы знаем, что она есть, а что мы реально видим? Ох, про талию, это я прям себя увидела в этой ошибке. Как классно, буду исправляться. У всех она есть. Я говорю, так как я преподаю, поэтому я эти ошибки вижу каждый раз. И поэтому у нас сегодня сборник ошибок, да? Вот, здесь тоже мужчина. Посмотрите, по сути, он, это вот, это как бы голова. Ну, здесь, окей, чуть-чуть видно шею у нас, но все равно есть сразу, смотрите, как таковой вот этой линии шеи нету. Она соединяется сразу с... рубашкой, то есть здесь трапеция и рубашка, и у него есть вот этот вот
образ. Далее здесь, ну, вот эта тазовая кость, то есть, по сути, это вот такой вот большой, да, участок, здесь расширенный, здесь тазовая кость, и дальше начинаются ноги. Сейчас про ноги поговорим, но сначала поговорим про руки. Руки, где они заканчиваются? У нас, как знаете, это животные, среда их обитания. Вот среда обитания рук. Вот здесь даже еще покрупнее голова, да, то есть у него там причесон какой-то. Так. I don't speak the language, but I get the main point as you draw. Thank you. I would love it when you would teach in English as well. Thank you so much. Thank you for your attention. Yes, I think that's the painting, the drawing is the international language, and yes, you can understand a lot of things here because I write that it's cross, it's wrong way, and it's the right way, and some points about how we paint it inside of the cityscape. Okay. Так, всегда хотела научиться вписывать людей в пейзаж. Теперь становится понятно, что куда и почему. Отлично. Так. Вот, смотрите, вот прям это... Я уже вложила даже что-то у меня... Телефон, прошу прощения. Почему-то он решил... Уже даже, чтобы я это не говорила, написано, эфир сохраню. А все равно в эфире не успел сохранить, пожалуйста, эфир. Уже просто на самом листе все написано. Никто не читает. Друзья, читайте. Это важно, это для вас. Так. Значит, с людьми разобрались. И когда мы смотрим на человека целиком, у него появляются руки. Вот здесь. Руки. Значит, руки заканчиваются на середине бедер, да? Я сейчас объясняю общую форму, да, мы как бы не разбираем все мышцы и все. Вам надо сначала перестать бояться людей, а потом уже рисовать их хорошо. Greeting from Texas, I love your art videos, still waiting on your book in English. Thank you so much, Miguel. It's really nice. Thank you, I appreciate. Так. Значит, заканчиваются на середине бедер. Что это значит? То есть у нас вот здесь вот бедра, уже нога началась, да, заканчиваются там руки. То есть вот у нас бедро. Ниже, да, ну практически около половины человека. То есть вот около половины человека заканчиваются, не знаю, рукава. И чуть ниже идут вот здесь вот у нас, да, как половина человека, будем так называть. Ну это просто я шучу, что вот это вот одна вторая человека, она заканчивается где-то около, да, окончания тазовой кости. То есть здесь половина и ноги. Ну, у женщин там длиннее каблуки, не каблуки, приблизительно, да. И вот чуть дальше идут, значит, наши рукавички. Что важно, что у нас руки не заканчиваются. Вот это тоже нарисовали, да, мы уже сейчас сразу видим, как можно сделать неправильный. Неправильного человека. То есть, видите, вот даже если худенький, ну, сделали вот так здесь с трапеции, и сразу нормально, но ошибка будет, вот, кстати, с плечами, когда голову вроде правильно, и сразу вот такие плечи. Это не наконечник какой-то. Плечи все-таки выходят. То есть, да, здесь они соединяются, но дальше идут в плечи. Это, ну, действительно нужно немножко попрактиковаться, но потом будет понятно. Значит, когда у нас руки внезапно все вроде нарисовали здесь, мы с тоном работаем, вы не рисуете части тела сейчас, расчлененку не рисуем. Рисуем вот, взяли вот таких вот, сделали поменьше и прям штрихуем. Так, значит, вот эти вот ручки, знаете, как у динозавра Рекса.
То есть тело у нас идет туда, а ручки у нас закончились где-то на середине. Это не так. Рука нормальная, да, нормальная рука заканчивается здесь. Обращаю ваше внимание, где заканчивается рука. Это важно. Посмотрите внимательно, где у нас, какие у нас длинные руки. И у всех они заканчиваются там. Уже скорее ближе к коленям. А если вы еще что-то несете или рисуете человека с пакетом, то вообще, в принципе, руки длинные, да? А не вот здесь вот она закончилась, и это не тирекс у нас, да? А еще, так как она, видите, мы говорим с вами про то, что общий у нас есть образ, она никак у нас не отрывается от туловища. Ну, безусловно, если вы рисуете вот такого человека, но у него вот такой вот размер, но если ваш размер, значит, важно, давайте так... Чем меньше размер человека, тем меньше у него деталей. Ну, то есть, если, давайте еще это, если голова человека менее, ну, не знаю, по двух, полутора-двух сантиметров, лицо мы не рисуем. Значит, вот я не рисую лицо, все равно понятно, что это человек. Не надо разжеванную пищу людям давать. Они способны есть сами, я очень верю в людей. Хотя не всегда, но стараюсь. Вот. Значит, посмотрите, вот здесь сколько, да, сколько у нас по размеру лицо. Вот 2 сантиметра. А, понимаете, если я возьму лицо вот такое, если я даже в карандаше буду рисовать, ну, с опытом, да, я нарисую глазные впадины, нос, рот, и это я рисую тонким заточенным карандашом. Если я это сделаю в акварели, у меня будет пятно. Пятно лицо. И все. Не надо рисовать при таком размере вот это все. И у вас как минимум будет темное лицо. Вы уберете весь свет, начнете тереть, будет затертое лицо. Узнаете себя, да? Вот не надо, пожалуйста. Это вот прям реально важно. Значит, и здесь, то есть руки у нас заканчиваются. Далее идут ноги. Вот с ногами все, конечно, очень весело. Потому что я рисую определенным образом их пейзажи, и тут нет понимания, что... Ну, смотрите, здесь нужно их как-то стилизовать. Значит, я рекомендую вам посмотреть вообще художников, и это будет домашнее задание, ну, помимо того, что домашнее задание, то есть у нас будет это, ну, я не знаю, штук 40 людей, давайте 50, у нас было 50 окон, 50 людей. Мы сейчас разберем, и как в толпе рисовать. И посмотреть, как рисуют другие художники, ну, акварелисты, да, художники по городскому пейзажу, людей. И отдельно, может быть, взять, ну, типа, сделать себе там, не знаю, 10 копий их людей. Чтобы проанализировать, как на самом деле вы смотрите, чтобы здесь это важное упражнение для закрепления, потому что вы смотрите на работу, вам кажется, о, так реалистично там, естественно, Узбуквича, например, а вы потом посмотрите внимательно, конкретно на людей, как рисует он людей, и перерисуйте для себя, и вы очень сильно удивитесь, насколько этот образ упрощенный, но он очень точный по форме, и это важно, мы с вами изучаем форму. Значит, что здесь по ногам? Я рекомендую все-таки, то есть рисовать ноги определенным образом, и буду сейчас это пояснять, то есть когда у нас вот наша общая масса, тазовая кость, я сейчас мужчину буду рисовать. Значит, здесь у него руки заканчиваются, просвета нет. Вот здесь у нас идут ноги.
И, как правило, всегда между ног есть некое расстояние. Если вы рисуете ногу одну, и вот она у вас идет вперед, а другая идет как будто бы сзади, да, тут что следует, знаете, запомнить с ногами, даже вот подлиннее будет. И вот здесь есть просвет. Сейчас мы будем вот его здесь нарисуем с вами и немножко поговорим об этом. И посмотрим на примерах реальных людей, что я не сумасшедший человек. Я рекомендую рисовать штриховкой, чтобы, ну, вот, то есть зарисовывать тоном, чтобы вы понимали, чтобы не было никакой обводки линии, да, сейчас. Мы с линией с вами поработаем еще, но мне важно, чтобы у вас была вот эта вот работа с тоном. Значит, как правило, значит, важное здесь правило, когда человек идет на нас или от нас, ступню мы не видим. Не надо ее рисовать. Потому что возникают вот такие волшебные вещи, когда сейчас я нарисую. То есть все, вот до этого этапа дошли, все правильно нарисовали. То есть уже и с головой разрешили, и руки поняли где, и таз нашли. То есть вот видите, общий, и в одежде человек, не голый. Вот таких вот хотя бы 10 сначала нарисуйте. Значит, и тут пошло, значит, нарисовали, и думаем, что... Так, ноги даже нарисовали, ноги на месте. Так, и нарисовали ступни обязательно. Значит, все. На этом наш реалистичный человек закончился. Почему? Потому что, во-первых, в пейзаже максимум тут будет, ну, вот такая небольшая ступня, которую мы будем видеть передней частью. Если быть точными, да, но она никак не будет выглядеть вот так вот в стороны, он не в первой позиции, так у него ноги выкручены, и это все, ему плохо. Здесь, смотрите, что происходит обычно в пейзаже, тут происходит тень человека, понимаете, и эти все ступни, и все это сливается в эту тень под человеком, если она идет там вертикально, отражение, если освещение лежит горизонтально, как угодно, посмотрите на молодого человека, видите, или вы ступню? Давайте начнем наконец-то смотреть на людей. Не просто изучать их. Видите, что происходит? Просто продолжение ноги. У девушки просто продолжение ноги. Просто продолжение ноги. Даже если есть небольшое отклонение, как я говорю, в сторону, оно совсем маленькое, совсем, но никак не вот эти вот ножки. Посмотрите. Человек идет на нас, продолжение ноги, даже у той ноги, которая сзади. Вот я просто взяла вот эту, когда, конечно, мы видим бок, но зачем нам это рисовать? Рисуйте, упрощая, потому что иначе вы получите вот это. А как неправильная ступня все портит. Да, то есть был вообще человек реалистичный, все с ним было хорошо, а тут ему стало плохо, понимаете? Вот. То есть всего-навсего мы берем и своего человека исправляем, ну, и портим, да? Вот, смотрим, смотрите, идут все на нас, идут. У нас, смотрите, продолжение ноги, мы не видим. Вот она, длинная нога. Когда мы человека видим сбоку, да, немножко он будет, но здесь мы возвращаемся к... Вот этому золотому правилу, что чем меньше размер человека, чем меньше у него деталей, мы упрощаем форму. Давайте упрощать. Не надо рисовать в городском пейзаже, когда ваш человек сам, не знаю, сантиметра три высотой. Не надо его рисовать с вот этими ступнями там во всю сторону. Это не имеет никакого значения. Понимаете, получается приклеенная...
Ну, то есть, если вы уже знаете, как это сделать мастерски, то можно делать. Посмотрите, например, Энди Эвансон, в Инсте также будет и везде. Посмотрите, как он там двумя штрихами делает людей. Но для этого как бы нужно большой опыт. Поэтому давайте начнем сначала. Не надо, невозможно, понимаете, решить интегральное уравнение, не зная таблицу умножения и вообще, в принципе, не понимая ничего в математике. Поэтому давайте начнем с простого, да, с простого. У вас человек должен быть похож на человека, да. Не усложняем. Не уверены, лупим то, что знаем, как умеем, вот это. То есть, как бы, пусть просто, пусть все люди идут на нас или от нас, не надо, не усложняем. Человек. Человек должен быть похож на человека, все. Это самое главное. Если что-то не похоже, то неважно, насколько у него там реально, не знаю, он стоял кривенько, да? Значит, что касательно вот этого расстояния? Сейчас вам покажу. Я рекомендую всегда, то есть первое, да, и второе, потому что ступню мы не видим часто, ноги соединяются с тенью. И второй момент. Рекомендую всегда рисовать просвет между ногами. Тут вы можете сказать, ну, они же, у них же не худенькие ноги, они же в одежде. Да, посмотрите. Волшебство. Вот этот мужчина, ну, явно не самый худенький. Ну, он худенький, но, в принципе, очень часто, когда у нас вот эта позиция, когда мы шагаем, а нам хочется рисовать человека в движении. То есть это создает динамику. То есть таким образом этот просвет вам дает ощущение, что люди идут. Конечно, так бывает не у всех, но он, вот смотрите, это называется такая перенос позиции, он переносит и этот с одной ноги на другую вес и готов ее уже поднять, такая она нестабильная, то есть он стоит и как будто качается, если вы так нарисуете, то есть вот он вроде все, я сейчас просто делаю скетчи, это важно. И как это происходит? И рисуем потом, у него же слились ноги. Значит, вот здесь вот, это слилась с этой. И здесь вот одна торчит, здесь другая. То есть что у нас происходит? Ну, максимум он стоит, причем так вид сверху. Слушайте, человека боком, ну зачем вам рисовать человека боком? Ну, можно нарисовать, понимаете, можно нарисовать все, но вы практически в городском пейзаже, вам нужно 3-4 человека, понимаете? Ну, рекомендую, если вы рисуете там человека боком или в одежде, то есть рисовать какую-то такую позицию, там, не знаю, шагающего, да, куда-то. То есть то же самое у нас будет голова, ну, вот у меня такая женщина, и какая-то такая позиция. Часто здесь с... Но я вам не рекомендую в размере 3 сантиметра это рисовать, потому что будет очень всегда нереалистично. Правда, посмотрите, и вот я вас возвращаю сюда. Вы найдете, ну, может быть, у одного-двух художников людей, нарисованных не фронтально. И то прям, вот, скорее всего, вот у него найдете, и, может быть, еще у кого-то. У остальных у всех будут нарисованы фронтально. Потому что вот это вот бяка, ну, это очень плохо в пейзаже. Любые вот эти позиции сбоку, слева, с краю. Вам надо добавить 3-4 человека размером 3 сантиметра. И...
только благодаря правильной позиции, ну, то есть правильно построенной, иначе получаются нереалистичные люди, я вам клянусь. Ну, как бы, если хотите, рисуйте, только просто получаются нереалистичные. Потому что, когда человек идет сбоку, тут очень много разных факторов. Тут может у него висеть сумка, еще что-то, вообще одежда, там какое-то пальто. В итоге это тоже все получается, понимаете, вот такое. То есть это будет некий кокон с ножками в разные стороны, да? А ноги, которые выстроены вот так вот, которые мы видим сбоку, они не всегда нам дают реализм. Конечно, вы можете поскетчить таких людей, но я рекомендую, чтобы вы их скетчили, чтобы они были, я же не просто так это говорю, чтобы они были хотя бы размером сантиметров 5. То есть, а давайте посмотрим. Вот вы рисуете на А4, на А3, да, на маленьком формате. Как бы у меня на... 38 на 56, то есть пропорциональный человек, это 3-4 сантиметра. Сколько получается пропорциональный? Давайте вот так вот. Ну, сейчас вот, это важно. То есть у меня на... Вот я сейчас, не знаю, даже постараюсь найти какую-нибудь работу с городским пейзажем. Ну вот, вот хорошая работа с городским пейзажем. Вот стандартный человек в пейзаже, безусловно, есть большой. Но вот, смотрите, что происходит. Они сливаются с тенью. Маленькие люди, которые идут, вот они 3-4 сантиметра. И это формат 38 на 56. То есть при формате... 38 на 56, это пол-листа. Люди, если они не на переднем плане, да, не на переднем плане, пропорциональные, это 3-4 сантиметра. Значит, делим пополам формат А3, да, или... Ну, четверть листа, да, то есть это где-то приблизительно 28 на 38 сантиметров. Сколько должны быть пропорциональные люди, чтобы они выглядели в соответствии с листом? 1,5-2 сантиметра. Что можно прорисовать на 1,5-2 сантиметра? Ну, можно ли, вот и получается, вот смотрите, я сейчас нарисую 1,5-2 сантиметра. Значит, вот такой человек у меня должен быть. У нас получается либо непропорциональные люди, либо вот это вот все. То есть мы, значит, начинаем рисовать. У нас тут получается, ага, и надо человека закончить. У нас получаются коротконожки с большой головой, да? Найдите себя. Значит, далее у нас получаются какие-нибудь... тоже там с ручками, ладно. Но вот эти вот, которые стоят куда-то. В первой позиции еще могут получиться вот эти, которые мы хотим нарисовать боком идущих. Похоже ли это на реальных людей? Нет. Поэтому не надо усложнять, пожалуйста. То есть, когда у вас размер маленький, это все стилизация такая комиксовая, понимаете? То есть она может быть, но это уже с большой головой. То есть здесь при этом формате у нас вот такая голова, чтобы была пропорция 1/8. У нас вот такие ручки. Тело. Смотрите, как какое все маленькое достаточно для того, чтобы этот человек был похож на взрослого человека, который идет, а не на ребенка, потому что у нас здесь 1/5 голова, и это сразу ощущение ребенок. Поэтому у вас на маленьких форматах, на А3 получаются вот эти детские люди. Либо мы их не рисуем, либо, представляете, как надо нам вот так вот мельчить, чтобы у нас получались люди, да? Поэтому я и говорю, что на формате больше рисовать легче. И вы сразу избавляетесь от ошибок.
То есть получается, здесь вы не потому, что вы сделали неправильно, а потому что да вы попробуйте вписать в 2 сантиметра нормального, пропорционального человека. Это надо либо под микроскопом, лупой, я не знаю, как делать. Это вот я ручкой. То есть получается, и вы думаете, все, у меня какие-то кривые люди, у меня не получается, все, возьмите формат побольше. Возьмите побольше формат, пропорционально. У вас сразу в городском пейзаже они сразу получатся. Потому что вы возьмете 38 на 56 хотя бы, и они у вас будут вот 3-4 сантиметра. Вы хотя бы кисточкой это можете прорисовать, понимаете? Невозможно же попасть вот в это. Вот и все, вот и вся хитрость. Вот и вся хитрость получения людей. Так, значит... Про просвет между ногами. Вернемся. Так. Сейчас. Листаю, да. Всем привет. Я не успеваю кому-нибудь там махать. Я вижу ваши все, что вы мне машете. Спасибо. Так. Смотрите. То есть вот он просвет. Вот девушка идет. Тоже просвет. Как только у нас получается вот этот беспросветный человек... Он создает позицию стоящего. На самом деле так и происходит. То есть он переносит вес с одного участка тела на другое. Либо он становится русалочкой. Потому что если вы низ не рисуете и рисуете вот таких людей, объясню сразу, в чем проблема. То есть, и вот здесь я это хочу отметить. То есть ничего, конечно, страшного про рисование человека без просвета посередине нету. Да, то есть прям криминально страшного. Сейчас нарисую. То есть когда у него ноги соединены, и здесь нет никакого света, да? То есть, но тут создается два впечатления. Одно хуже другого. Значит, первое, человек стоит и не двигается. Много ли вы в городском пейзаже видели недвижимых людей, которые стоят и не двигаются? Или второе впечатление, я его, правда, здесь дорисую. То есть вот мы его рисуем. Он с руками, там все. И всего-навсего не рисуем вот так вот ножки, как будто он идет, да? А сливаем это все в одно. И второе впечатление – это памятник. Я не шучу, это статуя или памятник? Это та особенность формы, на которую не обращают внимания. Все практически, да? То есть и думают, зачем этот просвет между ногами? Потому что, как правило, залитые без просвета – это либо стоящие люди, но человека стоящего в городском пейзаже вы увидите, ну, крайне мало. Неподвижно, то есть, да, все равно будет какое-то движение. Либо это действительно статуя. Поэтому будет ощущение, представьте, ладно, когда он у вас один. Ошибки-то происходят не когда он у вас один, а когда у нас такого много. То есть что происходит? Мы такие, раз, значит, рисуем людей. Одного нарисовали, ну ладно, пусть этот будет стоять. То есть там в городском пейзаже нарисовали, стоит. Далее взяли, здесь у меня еще, ну человек покрупнее. Мы сейчас будем, сначала разберем форму, потом чуть-чуть... Стоит. Значит, далее, думаю, подальше, пусть в паре будут, да, ну, вроде как, все логично. И форма логичная, и размер я попала, и как бы с объемом все хорошо. Ну, вот они. То есть, понимаете, что это приводит к очень, то есть, отсутствию динамики полностью. У вас очень статичная картинка, а у нас и так статичная картинка. Зачем нам это делать? И вот мы, допустим, добавляем одного чуть-чуть здесь порезвее,
впереди, который куда-то спешит, идет, у него там что-то, да, то есть я рекомендую всегда рисовать, сумки несет, там еще что-то, видите, сразу появляется какая-то некая, да, парк памятников, понимаете? То есть некая динамика. Человек, он более живой, его форма двигается. Если не сейчас, то в следующий шаг он сделает шаг, и будет вот этот вот у нас просвет. То есть мы будем видеть, что одна нога отделяется другой. То есть это не то, чтобы он прям, знаете, стоит вот так, и у него ножки вот такие раскорячки, да? Хотя и так будет, и то более похоже на человека. Посмотрите, например, у Альвара, как люди. Они вот у него такие, там, знаете, Альвара Кастанеда, имею в виду. Они у него там прям с большим просветом. Но это и то имеет как бы больший реализм, понимаете, чем вот такие истории. И я вам как бы это докажу и покажу. Вот человек даже стоит. Вот мужчина идет. Вот мужчина идет. Вот женщина идет. Здесь, безусловно, когда толстые штаны, да, но мы делаем эту имитацию для того, чтобы нам создать. То есть, когда человек стоит на одной из двух ног, у него часто образуется вот этот просвет между. Он может быть больше или меньше, но он есть. То есть вот здесь это хорошо видно, да? Это вот, кстати, человек сбоку, да? Так, не знаю, идет, бежит. Сара Джессика Паркер тут. То есть мы бежим, идем, движемся, у нас нормально, это нормальная практика. Так, к этому сейчас вернемся. Далее, то есть мы с вами разобрались уже, так скажем, с головы до пят, с человеком. Да, я думаю, понятно. Теперь давайте прорисуем, как их рисовать в толпе, и вот тут вот сейчас будет смешно, потому что у нас дальше происходит такое. Научились, ну, к примеру, все, рисуем так, согласились со мной, посмотрели других художников, оказалось, что все так рисуют. Вот, людей, оказалось, что те, что думали, что они не так рисуют, но это было наше воображение, и к реальности оно никак не относилось. А когда внимательно посмотрели, оказалось, что да, именно так. Значит, происходит такая история. Мы, значит, рисуем. Как, я говорю, нарисуйте, ну, человек, ну, людей в пейзаже, значит, мы рисуем одного. Я сейчас буду очень так стилизовать попроще, чтобы побыстрее, значит. Другого. Самый главный момент не разобрала. Значит, когда мы, как мы идем, и наша линия горизонта, то есть я иду по дороге. Давайте здесь запишем. Это мы сейчас. Я иду по дороге. То есть не смотрю сверху, это наиболее, это 90% пейзажа, вы идете и фотографируете, то головы людей будут на одном уровне. Так, сейчас вот, я тут. То есть мой глаз, и если мой глаз, это моя голова, условно, да? Я фотографирую на уровне своих глаз. Так вот, вне зависимости от того, где будет человек, дальше или ближе, пара идет. Мы все приблизительно одного роста. Мужчина чуть выше, женщина чуть ниже. Это может быть пара, но головы приблизительно на одной высоте. Я знаю, что для тех, кто уже давно рисует, этот факт общеизвестный. Для тех, кто только сейчас начинает, это может оказаться шоком, но, в принципе, надо с этим свыкнуться. Значит, у нас вот получается, то есть если я нарисую человека еще ближе, то его голова будет здесь, просто я буду просматривать больше каких-то деталей. Ну и его ноги будут, соответственно, да, здесь будет голова 1/8 от тела. И ручки здесь, сумка какая-нибудь. Значит, у нас голова 1/8 от тела. Так вот, как... собственно, вписать человека в пейзаж. Вы ставите головы разного размера
на линии горизонта. И все говорят, а тогда я не могу понять, какого размера будет человек. Так голова у вас 1/8 от тела. Поставили голову вот такую, значит, вот 1/8, значит, здесь у вас закончился человек. Он просто будет ближе к вам. Поставили маленькую голову, то он будет дальше от вас. Поставили голову еще, а пропорция человека не изменилась. Она что здесь 1/8 от тела, что здесь, что здесь, что здесь. Просто они будут, в зависимости от этого, на разном расстоянии от вас. Чем меньше голова, тем дальше человек. Да? То есть голова, да, меньше голова, дальше человек. Потому что... Голова же у нас не растет относительно нас. Нет, она не меняется. Она что там была 1/8, что здесь 1/8, что близко человек идет. Она 1/8. Расставили головы разного, но высота будет одинаковая. Давайте это и изучим. Вот хороший пример. Безусловно, мы усредняемся. Ребенок будет ниже. Но посмотрите внимательно, я иду и фотографирую с одной высоты. Видите, есть люди, которые, да, ну, я чуть-чуть задрала фотоаппарат, да, вот у нас в любом случае, или может быть горка небольшая, но никогда у нас внезапно начинающихся вот здесь людей, да, относительно пейзажа не будет. Вот они все, вот голова, мужчины выше, чем женщины, но не, вне зависимости от того, далеко он идет или близко, да, у нас головы на одной фактической линии. Это не очень тонкая линия, да, это какая-то некая имеющая толщину линия, то есть имеющую вот этот диапазон размеров, но она есть. Безусловно, когда мы смотрим на картинку сверху, так не будет, но здесь другие правила, как правило, ну, это скорее исключение, давайте научимся рисовать. Вот, например, хорошие. Вот смотрите, ребята стоят здесь, здесь идут вдалеке, дальше еще я положу одну горизонтальную линию, ну, девушка может быть ниже, ну, просто ростом, чуть-чуть, но посмотрите, что эта девушка стоит далеко, что ребята стоят вблизи, и головы на одном уровне. Так, вид сверху не рассматриваем. А для того, чтобы, кстати, ловить форму, рекомендую взять, да, ДЗ, найти вот такие фотографии черно-белые. И тоже можно попробовать. Вот здесь очень хорошо видно, да, какой бочоночек этот мужчина с торчащими ножками. Какой бочоночек женщина, да. Какие все, в принципе, бочоночки, никакой талии. Вот здесь, кстати, ну, человек сбоку. Вот тут можно хорошо посмотреть. То есть как варианты учиться смотреть на общую форму. Здесь не видно деталей, вы начинаете понимать, как выглядят люди, да. Белые, ну, там, контрсветовые изображения. Световые... изображение людей и перерисовывать форму. Ну, давайте человек 10 таких сделаем. Большое задание сегодня. Вот я сразу видно, я сижу и фотографирую, потому что моя линия горизонта здесь, поэтому кто-то выше меня, и видно, как это легко определить, через голову людей провести точку схода, через ноги людей точку схода. Вот она от обратного линии горизонта. Вот, я снова иду, задрала фотоаппарат, да, безусловно, понимаете, чуть будет, это хорошо видно, что чуть-чуть они будут варьироваться, либо горка, либо, но если я не задираю фотоаппарат, а просто фотографирую со своего роста, то вот оно. И этот ракурс надо как раз уметь улавливать, мы с вами его и рисуем, то есть вот он. Здесь тоже я, наоборот, чуть ниже рисую, да. Вот он, вот, вот классическая фотография, обычная, не вылизанная фотографами, да? Вот. То есть вот он большой мужчина, крупный, идет ближе к нам. Голова 1/8 от тела. Вот мужчина вдалеке идет, у него тоже голова 1/8 от тела. Их головы на одной линии. Этот идет чуть ближе, кстати, вот он промежуток. И вот у нас все равно 1/8 от тела, и все на одной линии горизонта. Я думаю, что этот момент понятен, да? Далее.
как раз, что я хотела сказать. То есть, как только мы начинаем, я говорю, нарисуйте людей, мы рисуем, вот они на одной линии, вроде все хорошо в пейзаже. Один покрупнее, другой помельче. Значит, я говорю, ну, как-то странно, говорю, они же, ну, редко прям ходят поодиночку через расстояние. I will let the adult, it's a child with adult, it's like this, because the head of the child... is one, I forgot how it's English because I haven't a praxis, one half, five from the body. That's why we understand that it's maybe smaller, little bit smaller. But it's child. Because the proportional of the head from the body is quite different from the adult. Yes, fourth or fifth. It depends of the age. Because then the smaller, the shorter. The younger is the shorter, sorry. Okay, I will show you a lot of people here. Итак, друзья, вот здесь, смотрите, когда, ну, то есть мы рисуем вот маленького, большого, да, и тут мы берем, я говорю, ну, нарисуйте еще людей, они же могут ходить в паре, и тут мы берем такие, хорошо, и рисуем пару. Ну, сейчас это узнаете себя те, кто уже продвинутый. Я говорю, ну, они же не всегда ходят в паре. Бывают дети. И хорошо, дети так дети, говорят мне. И рисуют еще по дети, да? То есть еще по ребеночку рядышком. Какая основная ошибка этого? Жду ваших ответов. То есть так делать неправильно. Потому что у вас, ну, вообще, как будто бы наступают. А еще, знаете, вот там вот, ну, еще, наверное, мало людей. Давайте я еще нарисую. Я говорю, ну, что-то здесь трое и здесь трое. Хорошо. Я нарисую еще одного здесь, а здесь еще двоих. Какая основная ошибка? Похожесть не а. Они похожи, это нормально. Мы все там похожи, одинаковые. Давайте думаем, думаем. Думаем, потому что иначе вот так вот и получается все. И мы даже не понимаем, в чем ошибка. Посмотрите сюда, сравните. И вот то, что рисую я. То есть... толпа, то есть вот так вот, и вот здесь толпа. Вы сразу найдете ответ. На одной линии все, они все на одной линии, представляете? Они все на одной линии, да, вот они, все на одной линии. Мы только говорили, что люди должны быть в разных позах и на разном расстоянии. Нет, вот они у нас могут быть все идущие вперед, и вот они, эти больше, эти меньше, на разном расстоянии, нет. Абсолютно верно, Елена, вам огромный мой плюс, обнимаю вас, не перекрывают друг друга, 100%, одним тоном, нет, неправильно. А Мария, второй верный ответ, они должны пересекаться, да, абсолютно, абсолютно. Нет лиц, это все фигня, пропорции верные. Одни лицом, другие спиной, это вы, нет, люди пересекаются в толпе. Пожалуйста, запишите это огромными буквами, люди. В толпе, да, в массе.
пересекаются. Никогда не будет вот так, чтобы у вас ходили люди и просто все шли и не пересекали друг друга. Никогда так, ну это просто вообще очень редко, в городском пейзаже никогда так не будет. Внимательно посмотрите, пожалуйста, человек пересекает другого человека. Вот, одна линия. Как этого добиться? Вы ставите головы разного размера. Лайфхак просто. От головы будет зависеть, насколько близко к вам находится человек. Поставили головы просто рандомно, ближе, дальше. Да? Сначала первое, головы рисуем. Я даже оставлю вот эту, чтобы было понятно, что это первый этап. Далее, когда нарисовали головы, достраиваем человека. Ближние к нам, естественно, то есть чем больше голова, далее, чем больше голова, тем ближе человек. Следовательно, их рисуем первыми. То есть от большой к маленькой. И я начинаю рисовать от большой к маленькой. Ну, там за спиной руки держит, может быть, идет. Так, потом, например, я нарисую человека, идущего спиной. На самом деле, что он идет лицом, что спиной, разницы не будет, когда он идет на вас, понимаете? Вот здесь я нарисую ему лицо и сделаю то же самое. Будет что лицо, что спина. Просто здесь темнее, там будет светлее. Вот и все. Разницы фактически, практически никакой не будет. К примеру, да, давайте, наверное, его чуть поменьше нарисуем, чтобы у нас была разница в размерах. Чуть-чуть. А то я тут... увлеклась. Ну и может быть светлые штаны и хорошо какие-нибудь. И может быть что-то там несет, пакет. Вот, идет к нам, идет на нас. Далее, следующие, какие у меня по размеру? Вот эти. Что тут у меня? Далее. Я понимаю, что этот у меня светлый, значит, что я делаю? Этот рисую темный, чтобы подчеркнуть человека на контакте с ним. Далее здесь, еще чуть дальше. Следующие у меня маленькие, да, маленькие. Можем еще вот здесь вот добавить. Смотрите. Значит, у меня что получается? Вот этот вот еще здесь ближе, но мне надо, чтобы он контрастировал. И 1/8, не забываем, вот они ноги. Здесь, на контрасте, пусть этот спиной идет. А этот, наоборот, светлый. Мне здесь, допустим, нужно добавить еще темного человека, чтобы мне отделить одного от другого. Потому что что у нас с вами? Разница в тоне всегда между людьми. Вот она, ваша толпа. Все. А далее вы уже в зависимости от тени, светотени, там еще чего-то, там, если она у вас вниз или, допустим, отсюда светит, там вы уже добавляете какие-то тени.
людям лежащие и все, чтобы они у вас к дороге относились. И у вас получаются люди, пейзажи. То есть таким образом они один закрывает другого. Где-то мы видим ноги, где-то не видим там. Вот там вот. Даже если вы забыли там про одну ногу, ничего страшного. У нас люди на разных планах, но даже если вы нарисуете их на разных планах, но они не будут пересекаться, понимаете, это очень странно будет выглядеть. То есть они все будут идти как будто бы на расстоянии друг от друга. В нормальной толпе люди так не ходят. Нарисовать толпу. Вы можете взять для себя, например, вот этих людей, да, вот которые здесь. Давайте мы их нарисуем, например. Определять. Ну, чтобы было конкретно понятно, да, что я имею в виду. Вот я взяла для себя, пометила. Взяла вот тут парень. Далее у меня там голова. Далее здесь голова. Далее вот светлый товарищ идет, еще здесь там какие-то темные люди, у парня здесь вот этот вот мужчина, далее девушка, еще одна девушка, наши главные герои, их головы больше, здесь девушка, темная девушка, еще главный герой, ну и где-нибудь здесь остановимся. Просто о сложном гениально. Ну, стараемся. Значит, начну с главного героя. Он идет спиной, ну, давайте мы подетальнее, да, прорисуем, а то вам будет казаться, что все это... Ну, от простого мы и идем, от простого и получаются все эти формы, да. То есть мы с вами от простого, от работы с тоном, вот наша трапеция у него прекрасная, то есть вот оно все. Уже потом получаются какие-то формы. Я сейчас работаю с линией, потому что форма сложная, как и с яхтами, да, для намека, для того, чтобы заскетчить, то есть разобраться. Но потом мы будем с вами то же самое отрезать тоном. То есть вне зависимости от того, как он идет, куда, у нас вот здесь вот у нас проходит наш центр тяжести. И точка опорная всегда будет, мы еще чуть-чуть об этом поговорим, когда будем рисовать людей с тростью, я вам обещала. То есть здесь опорная точка, на нее в основном вы опираетесь. Ага, тут у нас темная девушка. Здесь у нас совсем тень какая-то. Ну, представлю, что у него все-таки по тону она какая-то не очень светлая рубашка относительно всего. Мне нужно всегда разбирать, что темнее, что светлее, что выделяется, что остается. Далее, девушка здесь тоже у нее там выделяется, но у нее кожа здесь все светлее, да, она и кофта. Можете, если захотите, какую-то ему и клеточку дать на рубашке, но это вообще не обязательно, потому что это не главное. То есть рубашечка у нас темнее, чем все, какие-то детали. Даже можно такими светлыми. Сейчас сделаю без клетки, а то знаю, как потом будет. Сейчас клеточку нарисуют, и самое главное, все уйдет. Так, у нас голова там девушки. Далее вот этот мужчина с залысиной. Ушечки у него такие тут.
Я хочу показать, что неважно, насколько вы попадете в конкретного персонажа, сначала должно быть похоже на людей. С правильной формой. Вот у него здесь все темное, смотрите, аж докуда. Так, наш товарищ, у него здесь та нога темнее, которая сзади. Здесь у девушки там ноги, но нам надо разобраться, что у нас асфальт темнее. Здесь мы можем как раз форму ног и вот это все подчеркнуть асфальтом. Заодно у девушки там тоже ногу обнаружим. Найдет. Неважно, понимаете, что это? Лодка, яхта, люди. Я в этом курсе хочу вам показать архитектура. Важно только тон, форма и цвет потом будет. То есть здесь... Именно это создает нам объект. Именно благодаря этому мы понимаем, что там такое. Даже удивительно, не продавливаю. Ну, здесь тоже надо, может быть, выбрать что-то, что... Ну, карманчик какой-то. Так, а здесь штанишки темнее, чем асфальт. Далее, там ноги вот у этой девушки, которая идет, да, здесь. Она у нас... У нее там очки. Ну, можем очки какие-то пририсовать. Лицо не рисуем, очки просто виднее. Значит, здесь. Здесь она светлая. Значит, что? Если она светлая, значит, вокруг нее что-то темное должно быть, чтобы подчеркнуть, что мы видим, что она светлая. А здесь может быть светлее. Заодно подчеркнем и ухо. Рука ее. Браво. I don't understand your language, but I think that it's a compliment. Thank you so much. Значит, здесь у нее там сумка. Далее, темные штаны. 1/8 от тела. Так, парень темный, тоже в светлом, да, значит, что должно быть? Значит, вокруг должно быть все темное, чтобы подчеркнуть, что он светлый. До какой-то зоны. Далее, наоборот, темное, значит, здесь будет более светлое. Так мы регулируем тон. Шея немножко здесь видна, чуть-чуть, скорее пятном, но не линий. У него тут. И мы вырезаем. Из фона. Ну, покрупнее немножко будет. Пусть будут светлая обувь. Мужчина, да, тоже светлая, значит, все. Значит, что вокруг все темное. У него вот другая поза, рука в кармане. Смотрим просто, где у нас появляется вот здесь тень.
Ну, вообще то же самое. У вас проявляются просто ритмы, которые одни, другие. У него вот темнее чуть-чуть лицо, да, кстати, здесь тоже. То есть все равно лицо, шея имеют какой-то тон. Здесь они практически сливаются. У него может быть просвет и штаны. Чуть-чуть корректирую форму. Там чьи-то другие ноги, люди идут. Эти сливаются, парень. Здесь надо выбрать, кто светлый, кто темный. Либо они сливаются, так тоже может быть. Здесь светлее, почему? Потому что у него темная прическа, иначе не будет этого понятно. Далее, здесь плечо, тот мужчина темнее, но вокруг еще темнее все. Чем ближе человек, безусловно, тем больше мы можем прописывать каких-то деталей. Но суть, чем меньше он, тем больше мы опираемся лишь на некую форму и на пятно. Вот они получаются у нас. Далее у него что-то темные штанишки. Ну вот, допустим, он шагающий, да, но все равно здесь, смотрите, все сливается. Вот у него идет нога. Давайте одна будет светлая, другая темная. Тогда у нас здесь это будет темнее, а здесь чуть-чуть светлее, чем весь фон, на котором он находится. Тут могут быть какие-то темные. Продолжение ноги. Так, я сейчас поглядываю, закончу и прочитаю комментарии. Тоже у нас Ачучи. Ачичи. Там какая-то у него рубашечка, что-то такое. Ну, вот я здесь его поближе нарисовала. Он будет у меня тут перекрывать молодого человека. Ну да ладно. Здесь додумаю ему руку. Безусловно, чем больше вы работаете, тем больше вы понимаете, как одним штрихом поставить какую-то такую руку или идущую куда-то ногу, да, двигающуюся. Но давайте начнем с простого. Надо перестать бояться людей и понимать, как они у вас работают, как вписываются в фон. Так, мне жалко этого чувака, что мы его не дорисовали. Давайте это сделаем. Но, опять же, постойте, как говорится, у меня-то этих людей уже там очень много, я их сотнями и тысячами рисую, поэтому, естественно, у вас может сразу не получиться, но надо с чего-то начать. Ну и здесь можно такое. Такие вот у нас люди, да, просто вот скетч. Но работа с тоном в толпе. Здесь при этом у меня все довольно в светлых рубашках. Опять же, помним, если они сливаются, значит, здесь никакой разницы и границы нет. Смотрим на те объекты, которые темнее, чем что-то. Стараемся не работать с линией, работаем только с тоном. Либо это могут быть опорные линии, но которые вы потом к чему-то привязываете. То есть они не должны у вас остаться бесхозными, понимаете? Они должны быть вот, либо с чем-то, что-то должно быть темнее, чем они. Либо они светлее, либо там что-то темнее, да? Все. То есть какая-то линия, она должна относиться к разному по тону. Если тон сливается, никакой разницы линий нет. Так.
с таким понятным объяснением есть шанс, что все получится. Ну, я говорю, 50 людей, а лучше 100. То есть я даю вам ключик, но без вашей двери, то есть вы должны взять его, ну, не должны, но если хотите, вы его берете и открываете свою дверь. Но это движение, оно ваше. Вы также можете не взять мой ключ, не понять, от какой он двери, там, потерять его, не знаю, выкинуть, все что угодно. Но у меня есть ключ, я готова его, им поделиться с вами. А уже ваше решение, что с этим ключом делать, понимаете? И... Поэтому, но вот этот шаг от ключа до открытия двери, он ваш, то есть и он через ваше движение, вашу практику, благодаря тому, что вы практикуетесь, вы открываете свои двери, и это будут ваши личные двери, которые у вас никто не отберет, то, что вы найдете за ними, понимаете, вот, потому что я-то свои открываю, как бы вопрос же не в этом. Вот, это у меня карандаш, вот, кстати, я Б карандашом вообще рисовала почему-то. Могла бы 4Б рисовать. Представляете, это я Б нафигачила. Да. Ну и Б, видите, нормально, кстати. Сейчас. Оказалось вполне. Да, тут коленочка, кстати, такая. Вот. Итак, то есть мы поняли, да? Рисуем толпу. То есть мы помимо того, что рисуем... Вот 100 людей, да, плюс еще рисуем, давайте, две толпы. И разбираем по тону. Точно так же это будет выглядеть в акварели. Смотрите, я рисую толпу. Кто-то светлее, значит, рядом кто-то темнее. Кто-то идет спиной. Кто-то идет лицом, кто-то светлее здесь. Мы все время разбираем. Девушка темнее, чем фон, но светлее, чем эта часть. То есть в акварели ничем не будет отличаться то, что я рисую в карандаше, потому что мы не обводим, мы работаем с тоном. Тем самым у вас получаются толпы реалистичных людей. Вы верите, что это люди, а не вот эти вот там какие-то странные памятники. Но база, она идет. Сначала мы учимся рисовать так, потом мы учимся уже ловить тон, понимаете? То есть как бы, но суть... Я в этих примерах вам объясняю, на что обратить внимание. На то, что у нас трапеция, да, на то, что у нас здесь нет талии, на то, что у нас есть просвет между ногами, на то, что нету вот этих вот, простите, вот этих вот таких вот ножичек, да. И именно от этой базы сначала одно, далее мы на это уже нарабатываем разный тон. То есть сначала одним тоном пробуем, чтобы у нас форма получалась с вами, а дальше уже работаем вот с тем, что я показала здесь. Хочу отдельно поговорить, то есть это вот с массой, поэтому берите разные. Вот очень хороший тоже, смотрите, далеко... Улица меняет свою высоту, но головы, они не начинаются вот здесь. У ребенка, да, у ребенка начинаются, может быть. Но во всем остальном, я надеюсь, что вы поняли с толпой. Вот очень хороший пример тоже черно-белого. Ищите такие фотографии, и вот здесь видно опять. Вот это как раз ощущение. Нет шеи у человека, капюшоны, воротники, все что угодно. Мы видим вот этот вот белый контур, белый край, нет талии. Да, есть просветы где-то, у кого-то больше, у кого-то меньше. Женщина тоже, волосы. Вот женщины. То есть вот все, мы видим, по сути, вот над головой вот этот вот светлый обрез, да, какой-то, оп-оп, да, он идет. Ну вот где мы там мужчину рисовали вначале, да, вот это. Поэтому по таким очень хорошо. И тут тоже видно, вот, вне зависимости там, где идут люди, все головы на одной высоте. А туловища меняются по длине, потому что там они будут короче, у нас длиннее. Так. Так, что у нас я здесь хотела еще посмотреть. Значит, зонтики, да? У нас люди с зонтиками. А основная ошибка людей с зонтиками происходит в тот момент, когда мы начинаем рисовать зонтик им на голове. То есть мы такие, все такой прикольный, классный у нас человек. И тут мы хотим дать ему в руки зонтик.
И у нас получается этот зонтик, ну, не знаю, если за ним, то мы вообще не понимаем, как его форму рисовать, и либо вот так вот мы там на него надеваем его, и получается, как бы, ну, я вот сейчас еще пытаюсь исказить, у меня не всегда получается искажать, потому что уже мозг настолько, как бы, эту форму принимает. На самом деле, давайте вот здесь исправим в нормальное. То есть, если зонтик, да, у нас мы его видим вот таким образом, он здесь темный, здесь будет, например, светлый, мы увидим только его часть, здесь у человека, как правило, рука, она согнута, он держит. Он держит этот зонтик. Важно, что зонтик не растет из головы человека. То есть происходит так, что боимся, значит, знаем, как зонтик рисовать, и рисуем мы сначала. И у нас получается, как будто бы зонтик лежит на плечах. Вот так вот. Это неправильно. Здесь довольно большое расстояние. То есть у нас не голова гриб. Человек не гриб. Да, когда человек носит зонтик, посмотрите внимательно, у него есть голова и зонтик сверху. Голова и зонтик выше. Здесь очень важно, что когда вы рисуете даже такую картинку, когда он просто в плоскости, да, получается, у нас все равно голова вот тут. Где-то она не внутри, не настолько. Тут у нас есть, да, какой-то за что-то держит. Тут мы видим туловище человека. Вот уже я сейчас буду рисовать более стилизованно где-то. Ну, для того, чтобы вам было поинтереснее, а то скажете, что мы... Когда уже научитесь с этой формы работать, уже поймете, как стилизовать в более реалистичную. Но для начала давайте хотя бы от простого начнем. Такой вот у нас он. Идущий, стоящий человек под дождем. Видите, получается уже какая-то эмоция, настроение, еще что-то, но общую суть я не меняю. Значит, с зонтиком я хочу вот еще раз, да, когда мы держим, вне зависимости от того, видно человека или не видно, у нас голова не по центру зонтика, потому что зонтик не надет, он сбоку. И я просто видела миллион таких ошибок, то есть уже, да, у нас голова всегда сбоку, потому что вы не находитесь по центру, зонтик не как у Джима Керри на голову надет. Вот. Потрясающие уроки, когда хочется вечерами не залипать в инсте, а учиться. Лучше, чем многие платные курсы. Спасибо большое. Ну, у меня тоже есть платные курсы. Как правило, они по сложным технологиям акварели, где я уже не могу снимать сама, где нужно все это там видеть. А теорию я всегда стараюсь давать, вне зависимости от всего. Не рисую с вами, но смотрю, как захватывающий фильм. А меня, да, как сериалы смотрят. Это прикольно, мне нравится. Спасибо, друзья. Это что же? Так, получается, что вот здесь, да, здесь и здесь нам нужно понимать, что даже если закрывается у нас вот этот зонтик, да, нас закрывает наш весь обзор. Прежде чем что-то рисовать и придумывать свой пейзаж, найдите по 15, там, не знаю, 20 референсов, чтобы вам было понятно, как это будет выглядеть на самом деле в реальности. И тогда будет гораздо легче с этим уже работать. Потому что мы как будто бы не готовимся. Мы думаем, что мы же должны это все сразу. Я вот хочу нарисовать. Я прежде чем новую тему изучаю, мне необходимо, знаете, сколько референсов всяких подобрать, чтобы понять, что мне и как рисовать. То есть, естественно, это не сразу происходит. Поэтому я знакомлюсь сначала с натурой, узнаю, как выглядел бы предмет, и работаю с тоном. То есть линия, она нужна, и линия должна быть смелой. Мы про линию еще отдельно поговорим, но тон
Мы сейчас учимся работать с тоном. Вот, видите, да? То есть у нас человек, ищите референсы. Хотите придумать какой-то, да, фрагмент, не надевайте. Вот, представим, достроим до человека. Вот у нее голова, она не на голове носит зонтик. Просто это тоже частая история, что зонтики становятся вот прям частью головы. Возьмите такие референсы, тоже нарисуйте. Вот теперь мы сейчас перейдем к очень тоже важному элементу. Это... работа с наклоном фигуры и с тем, как фигура у нас стоит. Я сейчас сначала зарисую тоже в схему в нашей работе, ой, в нашей тетрадке. Да, у нас всегда есть какие-то некие изменения направления фигуры. Мы со сложного начнем. Вообще рекомендую, есть книжки по этому поводу. И вообще книжки по анатомии, они действительно очень важные. Но вот... То есть, когда человек опирается на одну ногу, то есть мы с вами определили, что когда он идет, например, да, вне зависимости от всего, ноги, кстати, да, вот этот момент, я, наверное, не обратила ваше внимание, вот эти ноги, они не должны вот так вот идти с расстоянием, это, знаете, он стоит и куда-то и хочет, не знаю, такой, они все стремятся к центру, почему? Потому что мы наступаем на центр тяжести, когда идем, да, то есть у нас всегда есть этот просвет и стремление к середине, то есть не вот так, так он стоит, так идет, да? То есть мы стремимся на одну линию, потому что мы ступаем на эту часть. И у нас всегда есть центр тяжести, то, куда мы попадаем. Значит, отдельно хочу, если вдруг вы захотите поизучать анатомию, конечно же, там есть... И прекрасные Николай Ли книжки «Анатомия человека». И там уже более подробно можно разобрать какие-то фигуры и построения. Сейчас я решу, что я буду рисовать. Например, у меня будет, естественно, девушка. Вы уже это поняли. Такая вот с коленочкой. Например. Кстати, вернемся к вот этому мужчине и вернемся к изображению ноги. Это важно, потому что вот у нас нога. Ну, если по пропорции, она такая, знаете, здесь коленочка, коленный сустав. Как правило, здесь она рядом, то есть правая и левая, здесь будет просто зеркало, я не буду сейчас дублировать. Вот она здесь практически ровная, да, тут есть мышцы, когда накачаны, но у нормального человека она ровная. И вот тут вот, естественно, у нас вы, конечно... У нас большой палец, у нас два больших пальца, они встречаются. То есть здесь, а здесь маленькие. И ступня выглядит вот таким образом, да, если просто говорить. А, как правило, часто бывают вот эти вот ошибки, когда вроде мы ногу там правильно нарисовали, ну, либо она у нас, знаете, как окорочочек такая сюда, и мы такие посередине, и у нас тут посередине все вот эти вот. Так не будет, это практически одна линия. Она связана тоже с центром тяжести, а в эту сторону у нас нога уходит. Вот мы посмотрим у мужчины, то есть у нас, если вы рисуете ботинок, то то же самое у нас будет здесь штанина. Ну, я могу про людей, на самом деле, бесконечно рассказывать. То есть у нас будет штанина с ботинком тут, например, сюда, а вот в эту сторону этот ботинок будет уже меняться. То есть там, где в зависимости от ноги, ну, правая или левая, да? То есть вот здесь в данном случае левая. Так. Будет ли запись? Очень хочется посмотреть. Сейчас нет возможности. Я не знаю, видно вообще на экране? Вот... Так, прям даже злюсь на эти вопросы, честно. Ладно, идем дальше. У нас уже курс, у нас уже 4 сезона бесплатных уроков. Друзья, пожалуйста, будьте внимательны. И как минимум, если вы же смотрите на экран, тут же прям написано все. Читайте. Значит, дальше. Что происходит? Ну, вот, к примеру, это
не знаю, она у нас стоит и такая зажалась, сжала коленочки, такая вот стоит, не знаю, куда-то. На одной точке. Ну, например, на каблучках или на коленочке. Знаете, вот такие вот нестабильные, сложные позы. Там, например. Ну, тут у нее практически ровная история. Ну, может, вот руку к бедру, например, а это пусть будет вниз. Такое вот происходит. Да? Потом поймете, почему говорю... Начинаю с этого. И у нас получается с вами так, что у нас есть наклон. Наклон каждой позиции по телу. Здесь вот, кстати, сюда. Далее. И они все стремятся к чему? К основной базовой линии, которая у нас создает центр тяжести. То есть вне зависимости от уклонов. Но она вот здесь у меня немножко кривоватая получилась. Сейчас я подправлю. То же самое, только немножко я это... Когда бедра ушли, и она у меня вся должна немножко была уйти влево, вправо. Путаю право и лево, какая-то катастрофа вообще какая-то. Здесь вам важно запомнить одно правило. Можете рисовать, можете не рисовать. Значит, что вне зависимости от изменений вот этих вот, да, наклонов человека и тела, два, наверное, да, они все равно в конечном итоге возвращаются к центральной линии, чтобы человек не падал. То есть насколько криво там женщина стоит, у нас все равно здесь базовый, да, центр тяжести будет здесь. То есть она у меня не закончится где-то еще. И второй момент. То есть та нога, которая является опорной, ну, допустим, она сейчас опорная, вот эта вот, она на ней стоит. Вот здесь вот всегда будет поднятие бедра, сейчас поймете. То есть там, где мы стоим, у нас происходит вот это вот поднятие бедра. То есть та нога, на которую мы опираемся. Именно для этого я рисовала вот эти прямоугольники. Они просто в противоположные стороны всегда у нас идут. То есть мы опираемся на вот эту ногу. Да, на эту мы не опираемся. Специально здесь показала носочек. Ну так, чуть-чуть. Да, опираемся вот на эту ногу. И, значит, с этой стороны у нас высокая точка. Понятно, что мы сейчас с вами чуть-чуть, ну, усложнение, да, идет. Но нам это очень важно. Значит, опорная нога. Значит, в этом случае бедро поднимается. Например, сейчас нарисую какой-нибудь, хотя давайте, может быть, и здесь, да? Вот так она стоит, это выглядит естественно. Давайте я сделаю два правильных, так, у меня тут интеркласс, значит, момента. Также, то есть вот она у нас стоит. У нас получается, например, одна нога, к примеру, там, ну, как-то так, мы тянем носочек, да, а другая стоит у нас на центре тяжести. Допустим, потянули, а тут мы встали. И обратную картину. Это, правда, важно, потому что, когда сейчас будем говорить про форму человека и опирающегося на трость, и вот, например, вот так вот получается неправильная картина. То есть мы то же самое рисуем, но у нас как будто бы бедро, то есть я в обратную сторону. У нас все тело заваливается. То
То есть всегда у нас идет компенсация практически там в одну сторону, в другую, в одну сторону, в другую. И получается, я рисую то же самое. Это, может быть, не всегда можно будет сразу уловить. Но вот эта поза более стабильная. То есть всегда опорная нога – это поднятое бедро. У нас происходит компенсация остеопатическая, там, не знаю, как угодно. И вот так это у нас неправильно. То есть здесь как бы что-то неестественно, но что не так, не совсем понятно, да, что непонятно, что не так. Давайте вот эту выровняем. Вот, это просто следует запомнить, так будет гораздо вам комфортнее. Вот давайте посмотрим. У нас опирается нога, и у нас как бы тело переваливается в эту сторону. То есть вот здесь бедро поднимается. То есть если я прочерчу вот здесь линию, у меня будет тот самый наклон, как я вижу здесь на картинке. То есть вот это бедро поднялось. Тем самым, когда я буду рисовать, например, его, ну, простилизую, и нарисую, ну, хочу нарисовать человека, опирающегося на трость. Ну, не хочу вот все рисовать. Но мне важно, раз это бедро у меня поднялось, значит, и нога эта будет у меня как бы выше находиться. И коленка здесь тоже будет выше находиться. И видите, я его не нарисовала, а позиция нестабильная. То есть он здесь стоит, но ему нужно что-то, что, на что опереться. Стена это будет или трость. И вот здесь это просто будет немножко видно, когда мы перекашиваем. То есть немножко нашу вот этот вот момент видно. Он вот будет вот такой. На самом деле так происходит практически всегда. То есть вот у нас опорная нога, мужчина тоже. Это свободная, а это у нас зафиксировано на корпусе. То есть у нас происходит некое кособочивание, да, формы в любом случае, когда человек дополнительно на что-то опирается или стоит, идет. Вот тоже как бы хорошо видно. Ну, здесь на самом деле не так прям хорошо, но вот тут вот всегда бедро, это опорная нога, у нас получается вот так наша трапеция тоже, то есть потому что опирается. И та, которая нога опорная, да, всегда у нас здесь бедро, ну, то есть вот тазовая кость как будто бы по некой линии идет, она уже вот так идет у нас. Тем самым будет движение, если человек стоит на одну ногу, да, не идет на двух, а стоит на одной, вот мы тоже, ну, здесь вот меньше видно. У вас, по сути, нету, мы дополнительный центр тяжести организуем, да, ой, не центр, ну, да, центр тяжести, то есть дополнительную опору, поэтому нам важно перенести корпус очень сильно, это происходит. Хочу здесь, ну, то есть вы можете с этим отдельно еще позаниматься и посмотреть. Я вам рекомендую уже, но это такое, для более углубленного, потому что был запрос до этого, поэтому я показала. Хочется еще отдельно сказать, чем отличаются пожилые люди от молодых людей. Вот здесь вот хорошо, и от ребенка. То есть ребенок, вот посмотрите, теперь мы начинаем смотреть уже осознанно. А плечо противоположное. Ну, часто, смотрите, все зависит от конкретного, от конкретной ситуации. Вот в данном случае получается противоположное плечо. А в случае вот здесь мужчина идет, он когда не стоит, тут я поэтому руку подняла и поставила на бедре, да, то есть для такой, а эту положила. Но может, если две руки, смотрите, стоят, например, ровно, то у нас может не перекашиваться корпус, верхняя часть, у нас только изменяется таз, то есть здесь может быть практически ровная позиция. Все зависит от того, поднимаем мы, да, или нет. Но можем, смотрите, если это называется компенсация. Если мы при этом поднимем вот эту руку, то есть что произойдет? У нас вот здесь поднялось с вами тело. Сейчас я нарисую. То есть мы здесь нарисовали, значит, что у нас? Рисуйте всегда, прикидывайте, не спрашивайте, только смотрите и проверяйте. Встаньте у зеркала. Сфоткайте себя, посмотрите, как это будет выглядеть, когда, то есть будет ли это так,
То есть вот у нас поднялось, мы как бы перекосились условно. А теперь я продолжаю и представляю, что тоже у меня, ну, например, не это плечо, не противоположное, а вот эту сторону поднялось, да? То есть просто продолжила. Что у меня происходит? У меня происходит нестабильная позиция, когда кажется, что женщина вся идет и заваливается. То есть у нас всегда направление в одну сторону компенсируется направлением в другую. Так мы стоим, иначе мы не удержим центр тяжести. То есть будет ощущение, что я сейчас возьму и завалюсь, понимаете? Если у меня будет в эту сторону, то есть поднялось это же плечо, да, вот она противоположная. Очень, на самом деле, легко, понятно, сначала оно может либо быть недвижимо, либо в противоположную сторону. То есть мы стараемся свой корпус и тело все время удержать у основной линии. Как только мы делаем какие-то такие движения, оно может быть в движении, но стоять мы так не сможем долго, понимаете? То есть оно может быть в движении, например, у нее здесь, не знаю, она бежит там, ну тогда у нее там ноги должны быть по-другому, тогда мы можем в одну сторону наклониться, не знаю, тут ребенка там держать и так далее, что-то может быть такое, но это будет позиция движения. Когда мы стоим, оно происходит по-другому. Так, что я еще здесь хотела сказать? А, да, пожилой, молодой и ребенок. То есть мы поняли, что ребенок у нас 1/5. Вот здесь вот разделим, у нас 1/5. Взрослый человек 1/8, да. А пожилой человек, в принципе, сохраняется 1/8, но его пропорции, но, как правило, еще больше у нас шея вдавлена, то есть еще меньше вот этого ощущения шеи. То есть смотрите, шея видна. Чем более юный человек, тем больше видна шея. Да? Чем более пожилой, мы начинаем сутулиться. То есть шея-то есть, но она уже здесь, внутри как бы тела. Мы сутулимся, то есть сбоку выглядит вот так. То есть у человека пожилого, у него сгорблена спина, ему тяжело, и он выглядит вот таким образом. Поэтому, если мы рисуем в общем, да, то у нас получается, что несколько еще ниже у нас голова выдается относительно тела. Потом у него, да, появляется какая-то там опора, ну вот если я этого, да, конкретно нарисую. То есть и он еще шире и толще здесь, как правило, потому что, ну давайте так, очень редкие, это скорее исключение, люди не худеют с возрастом, да, они все-таки поправляются. То есть вот опять у него, значит, здесь опорная нога, да, у нас поднимается сразу вот этот корпус, можем даже вот так вот подыграть нам этим самым в обратную сторону. Это опорная, это двигается. Прошу прощения, тоже бывает. Вот наш просвет. Здесь мы стоим. Этой мы идем вперед. Нормально, что мы все можем где-то запутаться, разбирая что-то. Но мы надо смотреть, надо изучать. Ну, вот у него какие-то там, вот, да, вот это как раз помогающая ему ходить вещь. То есть, если мы рисуем на общем, то есть у нас тоже будет 1/8, но, как правило, пожилого человека, вот я же не подписываю пожилой человек, отличает то, что у нас есть общий более крупный контур тела, и менее выдающаяся голова относительно тела, то есть еще более такой приземистый вид. Хотя она 1/8, но она теперь 1/8 не вот так вот, как бы была у молодого, да, более. Вот и разница. Я думаю, что здесь этот момент понятен. То есть вы можете передать пожилого человека и молодого только относительно пропорций, только относительно вот этого вида головы. Я думаю, что этот момент понятен, в принципе. Так, что я еще хотела? Ну, наверное, сейчас, ну, то есть вот, очень хорошо, да, это видно. То есть у нас более такие общие формы,
круглые и более такой у нас. То есть мы даже со спины по форме понимаем, что это пожилые люди, что это пожилой человек, да? Даже если он такой поджарый, хорошо выглядит, но не всегда понятно, но, как правило, именно по вот этой форме, по тому, как человек более сутулый, да, у нас, и более крупный в теле, потому что животики появляются, видите, сутулятся, да, и вот этот момент сразу нам, как сутулость показать? Только тем, что голова находится, по сути, уже перед телом, а не над ним. Так, не знаю, я хотела еще думала нарисовать что-нибудь такое. В целом, не знаю, наверное, сейчас я не буду уже рисовать. У нас очень много с вами вышло. Мы в любом случае, вы уже по тону, да, самое главное, разобрали какие-то нюансы. Вы можете взять уже какие-то книги по анатомии, изучать то, что вам интересно. Слабые, сильные позиции, когда человек стоит. В этой вот позиции я просто хотела вам показать, да, что такое компенсация, и что мы всегда стремимся к точке, да, нашего равновесия, проходящую через центр головы, даже если тело у нас наклоняется, у нас есть какая-то сложная поза. Потому что как только у нас там происходит, дестабилизация этого, то у нас тем самым ощущение, что человек падает, да. Вот, а нам этого делать не нужно. Нам нужно все-таки с вами внимательно относиться. Так, вроде я все, что хотела, вам рассказала. Про людей, про толпы. Пожалуйста, скачайте себе различные фотографии, вот такие темные, светлые. Посмотрите, как реально выглядит человек. Не как вы его там себе представляете, а как в реальности он в одежде выглядит, ходящий по улице. Это очень важно. Оксана, на самом деле вот это не очень нужно, и это не относится к теме, это уже не в городском пейзаже человек, так что я это буду, если делать, то только отдельно, вот, поэтому здесь на самом деле, давайте быть честными, мы как бы говорим все-таки относительно пейзажа, поэтому, потому что тема человека, я могу 150 занятий, вести на эту тему, но как бы давайте ограничимся, потому что сейчас уже полтретьего, вот, поэтому слишком как бы много. Так. Давайте с этим сначала разберемся. Я, правда, говорю так. Мы слишком жадные, да? Да? Вот. А кто отрабатывать-то будет? Вот, Оксана, сколько вы отработали, вот вы просите сделать это, сколько отработали вы лодок нарисовали, сколько вы нарисовали по предыдущим урокам зданий? Я просто как бы говорю, что точно ли вы уверены, что вы там по 20, по 50 всего нарисовали, что сейчас я вам дам еще что-то сложное. Давайте-ка мы будем выполнять хотя бы то, что действительно у нас есть. То есть то, что мы, чтобы это закреплялось. Потому что миллион есть художников, которые у меня есть курсы по рисованию людей. Как бы, вы можете их купить, так если вы их не отрабатываете, зачем они нужны? Чтобы коллекцию, как бы, я-то и так знаю, что я людей рисую, я-то нарисую их. Вот, давайте, много тем затронуто, спасибо вам. Надо с этим и разобраться, чтобы это было стабильно. Мы с вами идем про базы, про основы. А иначе у нас получается кривой скелет у человека, а мы на него красивую одежду надеваем. То есть в том проблема, да, и для чего я, собственно, этот курс затеяла? Для того, что никакие акварельные навыки не принесут вам пользы в итоге, если у вас страдает это, я говорю, у вас кривой скелет или его нету, а вы надели одежду. Какая бы красивая ни была одежда, то, что скелет кривой, это будет видно. То есть вот как бы скелет – это рисунок, это база. То есть поэтому мы с вами прорабатываем основы основ, которые помогут вам, это работа с тоном, это понимание формы предметов. Вот. А дальше как бы акварельные мои курсы, прекрасных других художников есть курсы. Но сейчас я вижу, то есть, да, за последнее, что мы уже акварелью все владеют прекрасно,
а просаживаются в самых простых вещах. То есть где-то просто кривая форма и не понимают, в чем разница именно изображения. Видите, в нюансах мы можем чуть-чуть голову пониже, пожилой человек, повыше там человек, ноги соединили, статуя. Смотрите, раз, 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 то есть мы можем этим варьировать, но надо это все в базу превратить и отработать, потому что я могу вам, я-то это знаю, я могу рассказать вам очень много, я всегда очень много даю. И когда меня просят рассказать еще, я всегда спрашиваю, хорошо, а вы посмотрели первые 3 сезона «Невредных советов», например? То есть, как бы, ну, я что ж там полезное рассказывала? То есть, смотрели ли вы их? Оказывается, нет. Но вот сейчас расскажите. Получается, у меня 4 года бесплатных уроков, огромный, колоссальный, большой труд, с много полезностями, да, которые, они бесплатные. Пожалуйста, занимайтесь. Вот, но как бы надо сейчас. А вот то, что это, я не буду. Надо, как бы, опять же, кому надо? Если вам это нужно для обучения, а не просто сегодняшнее «хочу», вот «хочу, хочу, хочу», вот, то есть куча информации, пересмотрите еще раз. Зато это все закрепится и будет огромным фундаментом для вашего личного творчества. Вот, потому что, ну, как бы, важно брать нужное, нужные навыки, я об этом и говорю. Отличный эфир, очень полезный, да, для меня важно, как упростить работы, конечно, да, надо нам, правда, не надо усложнять, не усложняйте, вот, пищу для ума, правильно, надо закреплять основы, все, да, пока не все задания, но делаем, вот, я и говорю, что еще надо нагнать предыдущие, а мы уже давай следующие, многие за неделю не отработали там и это, я боюсь вам давать много, я могу, но как, смысла в этом не будет. Это будет просто поток информации, который даже не усвоится. Который невозможно усвоить. И так очень много сегодня. Вот. Поэтому очень важно отрабатывать. Не будете отрабатывать, эта информация останется со мной. Я так и буду с ключиком сидеть. Понимаете? Как бы, а дверь никто не пойдет открывать. А у меня этих ключей уже вагон и маленькая тележка. Как бы я-то рисую, я же хочу с вами поделиться этим. А чтобы вы взяли, вам нужно свой опыт к этому добавить. А уроки по перспективе в 3-м сезоне, там есть, ну, по-моему, в 1-м вообще-то. В 1-м, по-моему, по перспективе и по построению там 2 или 3 урока. Все сезоны, друзья, все сезоны сохранены во ВКонтакте, да, и они сохранены на Ютубе. В названии каждого урока, то есть и там есть плейлисты, сезон 1, сезон 2, сезон 3. И в каждом из сезонов, ну, то есть я же все стандартизую, в каждом из сезонов вы можете открыть плейлист, и в названии будет написано, о чем этот урок. Но если вы потратите 3 минуты, вы точно найдете урок по нужной вам теме. То есть, как бы, это несложно. Там везде прописано в названии прям, что это, и что мы там рассматриваем, из каких частей. Если это из нескольких частей, вы увидите часть 1, значит, есть часть 2, значит, может быть, есть часть 3. Ну, то есть, как бы, это все вообще очень-очень видно. У меня там все структурно и разложено, уж как бы понятнее никак не сделать. Так что смотрите, пожалуйста. Вот, поэтому понятно, что все не успеется. Если проходите этот, проходите этот, да. Поэтому разделяем пищу, едим. Понимаете, даже самый вкусный торт, если вы впихнете в себя все сразу, у вас будет несварение. Давайте есть порционно. Это важно во всем. Вот, поэтому, если у вас вопросы, задавайте, но... Я думаю, что на сегодня потихоньку все, и, собственно, мы с вами прощаемся на каникулы небольшие. Вот, я уеду в путешествие, потом буду вам рассказывать, узнаете куда, я надеюсь, что все получится, потому что поездка запланирована крайне давно, и пока, как бы, надеюсь, что все получится. Вот, потому что сейчас все равно сложноватенько с путешествием. Вот, и мы с вами встречаемся уже в ноябре. И продолжим тему, а пока у вас будет возможность отработать 3 урока по перспективе, ну, то есть всего 5, 4, 4 по лодкам и 5 по людям, и мы вернемся, там будет снова не по перспективе, а по архитектуре, у нас снова будет архитектура еще у Западной Европы, будут деревья, мосты, что-то там еще, машины, в общем-то, много всего страшно интересного, вот, поэтому...
Главное по чуть-чуть, ну вот так вот с людишками разбираться, с нашими. Потому что они вам в пейзаже нужны, и главное, чтобы это было похоже на человека. Помните это. Вот, человек должен быть похож на человека. Так что вижу, что вопросов нету. Да, хорошего путешествия и замечательных эмоций. Спасибо, замечательных, да-да-да. Буду. Спасибо, друзья, очень приятно. Вот, очень приятно ваше, да, внимание и пожелания. И рисуйте, закрепляйтесь. Мы с вами действительно учимся. Я иногда так ворчу, вот, но это по-доброму, потому что мне действительно хочется, чтобы вы... Чтобы эта информация не прошла даром, чтобы она закрепилась и осталась, потому что я делюсь, потому что, ну, мне действительно это важно, и я хочу, чтобы это принесло кому-то пользу, и счастливых, радостных художников стало вокруг больше, потому что верю в это очень сильно. Вот. Да, всем спасибо. Спасибо. Все, сохраняюсь, ухожу, так что всем пока-пока, отличного завершения недели и хороших выходных. Вот, все. До встречи в ноябре.